pieces. You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. Just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she, like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Love, 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 love. Does she love you like the way I love you? Does she stimulate, attract, and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like I do? Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract, and captivate you? Does she miss you, existing just to kiss you like I do? Can I survive all the implications? Even if I tried, could you be less than an addiction? Don't you think I know there's so many others who would beg, steal, and lie, fight, kill, and die just to hold you like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Does she rot you, infatuate and haunt? Know just how to shock, electrify, and rock you? Does she inject you, seduce you, and affect you like I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt? Know just how to shock, electrify, and rock you? Does she inject you, seduce you, and affect you like I do? Ладно, хватит это. Здрасте, Тим. Здрасте. Возможно. Ну, что-то говорить надо, наверное. Вот давно не было, я уже за звуки обычно здороваюсь. Наверное, что ли. Здравствуйте, это Брэдди Брэд. Вы на игровом канале Брэдди Брэд. Ну, короче, Торминт. Не знаю, сколько я сегодня начитаю, потому что я опять не на пике формы. А читать это очень сложно, это все знают. Ой, здравствуйте, Дзен Ит, давненько. Ой, здравствуйте, Архикраб, недавно. Ча, чуваки. Реально прыщей не видно, главное. Вот этой вот стороной нужно не поворачиваться, вот так вот, как это называется. Анфас.
Я нихуя не помню, где я там остановился, чё вообще к чему. Я помню, что там какой-то должен быть... Здрасте, Спайт. Дзен Ито сломали, очевидно. А, вот это Дилда. Дилда. В стримшопе покупал. Всем нужно такой, очень хороший. Но если вы, конечно, об этом. Я, да, исключительно из-за этого Архикраб. Исключительно из-за этого. Но я бы мог без вебки подрубиться, но всем известно, что те два человека, которые здесь бывают, они из-за того, что я очень красивый здесь бывают. Чтобы смотреть на меня. А игра не нужна. Короче, там какой-то вот этот вот квиз непонятный. Но я сейчас буду опять, я так понимаю... Чего-то нет, топтаться на месте, потому что. Ну там он реально странный, вот этот вот великолепный Ромео и Джульетта. Там, чтобы запустить огромную цепочку событий, как я понимаю, мне нужно несколько раз пройти по двум NPC, которые там есть. И, собственно говоря, достаточно сложно угадывается все. Короче, забей, все, неважно это. Сейчас все вспомнится, сейчас все будет. В любом случае, все, лагов подвезли, охапку. За сколько там? За 60% я перевалил. Короче, масса какая? Вот здесь вот миллиард квестов, здесь какой-то чувак, который на самом деле шкаф. А меня интересует Джульетта и ее вот этот вот мужчина. Я так понимаю, что поговорив с ними, я только запущу вот здесь вот остальную цепочку квестов. То есть там шалью, со всеми этими прелестями. Так. Но я не играл сколько? Наверное, я... Да, не знаю, дней 8 я вообще не заходил, так что мне какое-то время нужно... Вот как у меня автобег сбивается, можно узнать? Игра, верните, пожалуйста, все как было, спасибо. Видимо, какие-то, не знаю... на радио, конечно, на этом, знаете, какого-нибудь подпольного радио. Что-то не видел этого дюдака, что ли, еще? Я уже привык к этому голосу, забей. Alright. Ничего страшного, через 20 месяцев будет блюеть. 20% монитора. Чё, камера большая? Здрасте, Гибич Кроун. Я ее сейчас уменьшу немножко. Давай, здесь где-то должен ее мужчина стоять, вроде бы, если я правильно помню. Но это не точно по традиции. Сплинтер мне не подходит. Где-то я вот здесь вот находил его. Ну вот где конкретно, я, честно сказать, по всей ответственности не скажу. Блять, а он, наверное, перемещается, да? Может быть, он в каком-то из лекториев находится, нет? Убийца чувств. Просто чующий. Я помню, что я куда-то... Здравствуйте, CNZ. Вы точно не были Ганзом никогда? Вы мне так и не ответили. Может, я буду говорить Ганз, и типа нормально будет? Прощайте, я просто проходил мимо, разумеется. You will be done. Слушайте, а я вот здесь... Здрасте, дотер. Я знаю, что вы живой человек, кстати говоря. Ник ваш запомнил. Да. Никто меня еще в моей жизни нацболом не называл. Как такое забыть? Чуваки, все, да. Я не знаю, ладно, давай повнимательней. Но я готов, он куда-то пошел, наверное, да? Я его, наверное, находил здесь. Может быть, он к той телке пошел. Ладно, давай, короче, таким образом. Я просто удерживаю таб, пытаюсь вот прям запиксель хантить все это. Чующий, джабау нет. А, кстати говоря, там еще квист какой-то есть с... Мне какую-то чашку дали, морозного эля. Это тоже кому-то отнести нужно. Но, честно сказать, так сложно в этом всем ориентироваться. 75-88. Ну, хорошо. Ну, 88 мне подходит на самом деле. Пик. Ну, это тоже. Это разбросанный по трем планам. Это чудесный вот оратор, который мне рассказывал про... Характеры, это вот другой юноша очень интересный, который мне какую-то хуйню ненужную рассказывал тоже. Я не могу найти этого чувака, мне это нужно. Здесь я только поспать могу, здесь никого нет, здесь есть клерк, и здесь есть, собственно говоря, апартаменты, в которых я могу отдохнуть немного. Подождите, через 29 месяцев смайл будет? Пока, Тимок. Приколов. А, да, у тебя номер пропал? Хорош, вообще хорош. Но еще нужно было регистр поменять, чтобы Дзен Ит Оф. Ну вы понимаете, как Дзиньята там, что-то такое. Не буду же я Зенитов говорить. Так, здесь маги. Ну, короче, я в затруднительном положении. Я легко могу даже предположить, что мне понадобится Солюшен сейчас.
Ну, потому что я знаю, что мне нужно искать этого ёбаря, да, кто он там, я не очень силен, честно говоря, в этих ваших произведениях, вы понимаете, да, Монтеки, Капулетти, я забыл, как этого чувака зовут. Но я готов был поспорить, что он, сука, где-то здесь стоял. Ладно, последний проход, потом я вернусь, наверное, к Джульетте, которая Джульет здесь, ну, вы понимаете, а что дальше делать, не знаю пока что. Кефир в сладость, да. Что я несу? Весельчак мне тоже не нужен. Ну не, все. Ну как бы здесь апартаменты, здесь этого чувака нет. Но на самом деле, некоторые... Заткнись, блядь. Некоторые чуваки здесь ходят, но не то, чтобы они от своего места далеко отходили. Я, честно сказать, немного недопонимаю, что за хуйня. Ну то есть мне сейчас... Так будет даже и не влиться. Я рассказал алкоголику. Ученику мага встречен в районе клерков, а женщине по имени неудовлетворенное желание. Я уверен, что какими бы странными силами она не обладала, их хватит для того, чтобы избавить его от желания пить. Он был так добр, что отдал мне свою магическую кружку, утверждая, что она больше ему не понадобится. Да-да-да, это я знаю, но для этого что-то мне нужно тоже сделать. Дан. Да, веселое говно. А ну-ка загляну-ка я сюда. Чего-то я не в восторге. Ну давайте без... Не-не-не, не надо воровать спелые. Right. Джоуми. Ну я что-то не вижу. Ладно, пойдем обратно в бордель. Наверное. Я поговорю опять с Джульет. Ну, бля. Салабеш. Это все не то. Это все мне не нужно. Офицеры гармониума мне тоже не нужны. Вот это вот, короче, подсигилие. Я случайно себе заспойлерил. Это вообще какая-то чуть ли не финальная ока. Воу. По-моему. Поэтому меня там так вздрачивают. Пойдем сюда. С помощью Анны. А если по-другому нельзя это решить? Ладно, давай вначале Джульет все-таки. Я еще лагаю, да, так основательно. Ну ладно, забудь. Так, ну Джульетта точно на месте стоит. Но она мне что-то там невнятно. Вот она, невнятная говорит. Бордель, да. Вы, наверное, пришли задавать вопросы. Да, есть. Джульет закатывает глаза. Говорите, если вам так нужно. А что же делать-то? Здрасте, Мефодий. Учеливая проститутка, рейвовый узелок, вуаль Мариса. Это все мне не подходит. Мне нужно... Бля, Мефодий, на что? На что ты успел? На что-то ненужное и неважное, очевидно. Так понимаешь, какое дело? Мне этот ключ-то как бы, я так понимаю, это опциональный квест, чтобы не открыть новую локацию, мне нужно вот это вот все говно размотать. По-моему, и все это связано с молчаливой тёлкой. А чтобы мне достучаться до молчаливой тёлки, мне нужно что-то кому-то принести, чтобы что-то. А для этого мне нужно найти, кто он там, Монтеки? Что-то такое? Честно сказать, просто недопонимаю, что делать. Я знаю, что я себя заспойлерил, что мне нужно ходить туда-обратно, но я теперь не знаю, где чувак Джульетты находится. Я не помню, на чем мы остановились с ним. Ну давай таким образом, хорошо. Но здесь вот попробуй найти. Ага. Многие как один. Ингресс. Пивьен. Разделить прыща. Убить черную розу. А нет, смотри, не работает так. Да мне на самом деле, я уже готов, Архикраб. Давайте, я готов к хинтам. Хинтайм, очевидно. Ну потому что я могу сколь угодно здесь бродить, но понимание не появится все равно. Абсолютно точно. Давай к прыщу сходим. Он ничего нового не говорит. Чующий. Ну давайте. Ну он то же самое будет говорить. Это уже все кликано-прикликано. Увидите прыща Кельна, на него или на них смотреть так же противно, как и всегда. Его плоть дрожит и ползает по всему телу. Добро пожаловать назад, сэр! А Мариса это так... Так она мне не дает. Я просто проходил мимо. Надо ему тоже помочь будет. Но, наверное, не удастся. I'm gone. Я... Здрасте, Иси. Ну как, я... Меня... Здрасте, упала на пол. Да, даже не знаю, что вам сказать. У меня есть жизнь.
пока что мало кто знает, но... Ну чего? Все, это конец, видимо. Больше не узнаю ничего. Так, шлюха. Посетители. Это все не нужно. Дилиженс, понятно. Давай, найду Марису. Хороша. Right. Чего в смысле? Чего в смысле? Теперь я не понимаю, о чем ты говоришь. Warframe это для даунов, по-моему. Сумасшедшая, что ли? Иди работай. Что это за звук? Пава что-то. Явка. Пароли явки, да. Ладно, буду Мариса искать. Вижу Джульет, вижу Вивьен. Такая Мариса, я не очень хорошо помню. Ну, раз говорил, то будем. Но сперва в CS, разумеется. Надо хотя бы Global Elite взять, чтобы знать, про что игра. Вот Мариса, но она со мной не говорит, она только шипит там. В смысле? Ну, это очень хорошая игра, вообще-то. Ну, так все сказали. Да, чуваки, никаких варфреймов, че, ебанутые. Холодный жесткий голос Марисы с шипением врывается из тьмы. Вернулся, надеюсь, у тебя есть веский повод для этого? Или еще какие-нибудь бессмысленные вопросы? Еще немного бессмысленных вопросов, Мариса. Спрашивай. Но она ничего не говорит. Не можешь рассказать мне, что там надо сделать? Архикап уже промотался. Заберите флакон, она не дает мне, понимаете? Ну давай, хорошо. Мне нужно ей отдать вуаль, чтобы она мне отдала флакон, чтобы то. Чтобы это запустить, я должен запустить какой-то триггер. Минус дикция. Я должен узнать, кто там у них что-то ворует. И, по-моему, я узнаю, что ворует вот как раз-таки ёбль Джульет, понимаете? Тут при том даже нет. Я пытаюсь найти запах Вивьен. Ты не знаешь, где он может быть? Нет, я не знаю. Спасибо, Архикраб. Все это я и так знаю. World of Warships, конечно, но вначале нужно World of Warframes. Блять, есть такая игра, пройти. Он не дает мне. Нет, там я прокликал у шкафа все, что было, понимаете? Вот здесь это очень странная, правда, реализация. Тут нужен какое-то такое ощущение, что один точечный триггер, чтобы запустить целую цепочку, которая мне нужна по прохождению. И это, правда, нечто странное для меня. Луис, говорящий шкаф. У меня есть вопросы, Луис. Да. Пизда, видите? Я это все уже прокликивал. Если перед этим шкафом, но в шкафу ничего нет, шкаф не залезть. Вот сундучок есть. Навряд ли там лежит вуаль, не правда ли? Можно, пожалуйста, Игнус отойти, чтобы я что-то сделал? Что за книга, кстати говоря? Ну-ка, подожди. На всякий случай, мало ли потом какие-то последствия будут, воровство, это же вы сами понимаете, насколько это плохо. Так, дневник исследований лингвиста Финнома. Что это здесь делает? Ага. Сдатый дневник, кажется, еще не начал пока что. Да, у меня много таких дневников было. Перед этим у шкафа вуаль Мариса, и он отдаст. Не так работает. Я знаю, что триггер должен запуститься через Джульет, по-моему. Но для этого мне нужен тот чувак ее, а он куда-то ушел. А куда он ушел, вот неизвестно никому ровным счетом. Понимаете? Чуть не клеится, прям не клеится. С самого начала. И уже не задалось. Это ужасно. Ну что мне делать, блядь? Круги наворачивать? Не хочу. Со всеми говорил, все прокликал, все обговорил. Бля, чуваки, я вам забыл сказать, это очень важно, точнее, как вам, по-моему, Архикрабу только. Ну, вообще должны были, типа, короче, новая тема, смотрите. Просто у всех важных людей должен быть реквесты. Ну, я вот, я научился их делать, ну, неправильно, то есть, чтобы они были. И потом вот раз в две недели я буду ролить колесо дебила и, типа, ну вы понимаете, там вот все вот это вот важное. Но только для очень больших рангов и для тех, у кого вот туз, как у Архикраба.
Смотрите, вот так вот это должно работать, по-моему. Кажется, да? И вот так вот это будет работать. Ну, вообще, должно было сообщение вылезать, но... А у меня будет в TXT файле сохраняться, и я буду очень важный, короче. Потом сделаю колесо из этого говна, покручу его, бля, так интересно. Самое главное, чтобы не было такого, что никто не пришел. Ну, я хуй знает, короче. Только искать его, да? Ну, не запускается. Либо мне сейчас самому в Solution лезть, что, наверное, и нужно будет сделать. Старый поэт... Шлюха, Салабеш, вот куда этот придурок мог пойти? Вот куда? Вот куда, вот куда? В дом адвоката? Что за, кстати, что за адвокат? А, помню адвоката, все, галерея искусства, я везде здесь был, магазинчик странностей. Может быть, что-то купить нужно? Может быть, это что-то, что у них пропало, оказалось по случайным образом в магазине? Так, колесо дебила, это как, не знаю, как сансарическое колесо. Ну, там будет всякое, короче, говно с реквестов, а я буду его крутить, типа, и заниматься этим. Нормальная тема? Как вам? Ну, там вот эти вот важнейшие игры, там, вот, с Нинтендо, с Супер Нинтендо, с игровых автоматов, какие-нибудь рассказы ебливые. Ну, что там обычно делают? Я просто небольшой спец, вы меня знаете. В этом деле всем. I'm gone. Давай, с Фришкой. А я-то в каком предвкушении? Фришка сгибается в быстром поупаковании. Добро пожаловать обратно. Будешь покупать что-нибудь? Да, буду. Может, желаешь посмотреть оружие и амулеты? Или что-то из более экзотических предметов? Экзотические предметы. Фришка улыбается, когда вы разглядываете разные полки в середине магазина. Если найдешь ничего достойного здесь, посмотри еще в передней и задней части лавки. Улис, хорошо, Бадзи, хорошо, Бадзи. Но отрывок тогда, ладно? Отрывок. Посмотрю, где-то должен быть Улис, он вот это вот. Обычно такие книги, как и «Войну и мир», используют, когда вот ножка отваливается у комода. Очень удобно. Очень удобно. Да, Тимок, реквест, но как неудобно получилось. У тебя нет большого туза или большого ранка, поэтому только по блату ты можешь сказать такому важному человеку, как я, что-нибудь. Через базу, возможно, через базу. У базы ранг-то есть. Подай, да-да-да, я видел. Кстати, очень смешно было, и смайлик вот этот вот с бараном мне очень понравился. Мне так, оказывается, мало нужно для того, чтобы немножко развеселиться. Жуткий графин. Вы осматриваете пустой с виду графин, несмотря на обычную внешность, вам не хочется до него дотрагиваться, как будто он может укусить вас. Фришка наблюдает за вами, посмеивает, затем пожимает плечами. Это графин, в нем сидит какое-то чудовище. У него другой был голос, типа. Поэтому у тебя волосы дыбом. Встают. Если нравится, 100 монет. Да похуй. А, нет, у меня денег нет. А, не знаю. Но она подумает, что я бедный, если я не возьму. Мне этого бы не хотелось. Я возьму. А, мурлычет Фришка, мудрый выбор, медь, высыпанная в ее руку, как будто испаряется в момент касания ее ладони, она передает вам предмет. Пожалуйста, наслаждайся новым приобретением. Спасибо, прощайте. Ну, бля, это тоже не так работает. Ну, я кучу говна набрал, который использовать, я чуть-чуть да не смакиваю, чуваки. Такие вот дела. А, у меня 2К, что я выдумываю. Ну куда вот мне все это деть? Жуткий графин. Тяжелый металлический графин простой формы с крышкой на петлях. Несмотря на обычную внешность, вам не хочется дотрагиваться. Это было уже. Сватовство. Сватовство. Это не вообще всего, как это называется, кумовство. Ну ладно, не мне вас поправлять, ладно? Сватовство это другое немного. Было один раз это в моей жизни отвратительное нечто. Никому не пожелаю. Ну, пойдем тебе говна подскидываем. Здорово, Соломон. Ого. Вот куда мне все эти редкости великолепные? Некуда. Никуда. Ну пойдем. Не забудь вытереть пыль, Стэндиш. Бля, Архикраб, можешь мне помочь, пока ты тут, а? Посмотри вот там вот эту хуйню с Джульеттой. С Джульеттой и Ромео. Или не можешь, или тебя нет. Что-то я упускаю. Что это такое, кстати? Оба, оба. Какая-то новая тёлка. Это ее не было, я сюда не заходил. Нет, было, она гадает все, да? Это та же самая она мне гадала? Вы видите лабрант, предсказательницу будущего? Приветствую тебя, израненный.
Я прочел тот свиток, это была ловушка. Эва Бранда выглядит в зеленый. Я не знаю, что сказать тебе, израненный. Ты можешь начать с того, что скажешь, как именно он к тебе попал. Как я и сказала тебе, израненный, его мне дала моя мать. Ей его, в свою очередь, 50 лет назад дал человек в капюшоне. Он ей хорошо заплатил, но пригрозил, чтобы она не вздумала его вскрывать. Ни при каких обстоятельствах. Эва Бранда вздыхает и смотрит в сторону. Она была колдуньей, она была сильна в этом искусстве. Но испугалась того человека. Она сказала, что его глаза, это было все, что она смогла разглядеть, намекали на безумие. А плоть вокруг них была морщинистой и серой, как ваша. И больше я ничего о нем не знаю. Монтегю? Да? Ну ладно. А почему не Аван забей? Да. Пиздата, спасибо, Архикраб, кажется, руинит. Я не знаю, что тогда делать. Я не знаю, как играть дальше. Ну что, реально, мне вот это... У меня такое ощущение, что я опять в какой-нибудь ебливый Fallout играю в Ванклаве. Ну мне опять, что ли, по говну проходить? Мне нужно идти ключ пиздить. Не хочу, блядь, не ворую. Заебали уже. Можно мне, пожалуйста, дальше проходить? В любом случае, прощайте. I'm gone. У кого там ключ украсть нужно? У этого чувака, но это же не поможет мне. Или тёлка андроид начнёт... Блять, я, короче, должен узнать, что кто-то к ним проникал и что-то воровал, кажется. Хрененно я прохожу. Какой ДС? Надеюсь, самый лучший второй, Соломон? Что за ДС? А вдруг это не Dark Souls? А, ну там сложно, конечно. Но здесь немного сложнее. Половые от наш. Здрасте, Might Production. Ну сегодня, видимо, да, да. Стало все равно веселее, не правда ли? Ой. Уж в чем я хорош, так это в интересном чего там, развлекательном контенте. Сговорном. Ну, что говорить в таких ситуациях? Меня почему-то это начинает бадхёртить немного, потому что, очевидно, я сегодня как-то желчен. Ну, и хочется сказать говно, жопа, хуй, блядь. Почему я должен искать что-то? Ну, я серьезно говорю. Я хожу по этим двум зданиям уже в сумме, наверное, часа три. Одна молодая особа исполняет любые желания, но когда вы чего-то захочете, она сделает так, что этого больше... Да, это было. Алкаша отправил. Потому что понимаешь, что у кого-то еще хуже, да, Соломон? Так, это получается... Ладно. Исполнять любые желания, знаю. Это как она, я помню, да. Твои желания считать исполнение, бла-бла-бла. Каверзана, конечно, но это пригодится в разговоре с магом-алкоголиком. Я его отправил. Маг пожалуется на то, что не может бросить пить, бла-бла-бла. Ну и девушки. Секундочку. Идите в самую юго-западную комнату, бордель, говорит, со шкафом. Да, только в обличии шкафа. И заберите у него потерянную вуаль. Как, ёпта. Ладно, пойдем посмотрим, где я в этот раз долбоеб. Притом, я чувак, который прокрикивает каждую реплику здесь. Вот серьезно. Мне почему-то кажется, что перед этим какой-то триггер должен был быть. Просто вот элементарно. Серьезно. Серьезно, элементарно. Что еще я скажу тупого? I'm gone. Короче, этот шкаф, вуэрист, и все понятно, он мне все уже рассказал, всю свою подноготную вывалил, с позволения сказать. Че еще хотят? Че хотят? Че надо делать? Done. О, здрасте, вам, Амигана, давненько. Я уж думал, все, не увидимся больше никогда, знаете. Вспоминали вас даже разок тут, да. Все делал Архикраб, что мог. Ладно, давай шкаф. Обличие шкафа. А Луис, говорящий шкаф. У меня есть вопросы, Луис. Ну что, все заново? Я тогда просто прокликиваю, все реплики эти проговаривались. Но их пересчитывать смысла нет. Почему ты шкаф в этом борделе? Я был шкафом, потому что хочу. Подожди, я ему мог начать угрожать, да? А ну-ка, подожди. Так об этом знают все женщины.
Да, они всем сердцем поддерживают. Не совсем всем сердцем, бла-бла-бла. Это было? Это, по-моему, было, да. Он скажет, ты можешь рассказывать или, короче, идти нахуй. Что-то в этом роде. Мне от тебя кое-что понадобится, чтобы я никому не рассказал об этом. Очень хорошо, превосходно. Открой третий шкафчик, бездельник. Когда вы просовываете руку в шкаф, он силой закрывается, это было, и бьет вас по пальцам. Ха-ха, кретин, идиот. И я сказал, открой шкафчик и даст... Он снова захлопнул свои шкафчики, весь трясясь от смеха. И я сейчас все им расскажу об этом. Ладно, давай заново. Сначала я скажу тебе одну вещь. На протяжении довольно долгого времени я тайно входил и выходил из борделей. Я довольно неплохо знаю всех его обитательниц и то, чем они занимаются. Могу заверить тебя, что говорить кому-либо обо мне бесполезно. Ты не только потеряешь потенциальный источник информации, но я просто исчезну до того, как кто-нибудь начнет расследовать твою жалобу, оставив тебя в дураках. Бля, очень надеюсь, что альфач это я. Видимо, нет, да? Чё-то у меня не триггерится, короче. Чё-то у меня не работает, чуваки. Порубить на дрова тоже не работает. Угрозы не работают. Блять, угрозы вообще в этой игре не работают, потому что эта игра нормальная. В таком случае есть вопросы. Посмотри, чё, я все это прокликивал. Я-то да. Мне нужно найти ее, он скажет, постерегись. Хочу спросить это... Бля. Очень хорошо, Соломон. Наверное, я должен гордиться. Чемпионский пояс, это здорово. Я умею поддерживать. Вы этого достойны, я считаю. Пятнашки, ну ща порешаем. Че, донат гол ставить, да? Нормальная тема. Ну, тебе надо что-то придумать. Вот-вот-вот, Бадзи, у меня, да, уже это было в голове, но, скорее всего, не работает. Это же не Зельда. Ух уж эти отсылочки. Не знаю, чуваки, нет идей, ну пиздец, давай просто все прокликиваю. У Альмарисы. Это было, не знаю, что случилось, ничего не знает. Подожди, ну-ка, подожди, опять, у Альмарисы. Нет, это прощайте, Луис. Это что? Это было? Можешь ли ты при желании вернуться к своему нормальному состоянию? Каф на минуту думает об этом. Какая мне выгода в том, чтобы делиться секретами с такими, как ты? И в данном случае я вовсе не собираюсь этого делать, так как я еще не полностью прочувствовал себя в роли шкафа. Это сложная работа. Держать и перебирать мягкое кружевное белье, пахнущее завораживающими женскими запахами. Если вы понимаете, о чем он. Шкаф то открывается, то закрывается, издавая приятный звук. Хочу спросить о другом. Ну я не знаю, чуваки, блять, ну заебало, серьезно. Ладно, я пошел в Solution. В смысле, кое-что нужно по работе загуглить. Ну сколько можно? Ну час, хорошо, ну два, ну три. Ну что мне еще сделать? Я что, знаю, что ли? У меня дальше, не могу я пройти дальше никуда. Давай. Все же так хорошо было, так же все хорошо складывалось, все проходилось, все мутилось. Давай, вот это вот на лучших компьютерных играх. Очень хороший журнал, всем рекомендую. Я вот все номера покупаю. Так. Чего особенного? Ловервард. Интересного. Кости к королю черепов. Я уже был у Лотара. Добейте тварей, морта, Лотар, гробовщик. Сказать заклинание, выполняйте квест, бла-бла-бла, Димит. Кстати, это я тоже сделал. Вот оно, короче, район клерков. Ой, Соломон, отъебись. Поиграй с куклой мод... Нет, подожди. Ну я правда не понимаю, ну вот раньше так работало, что я просто проходил и как бы на самом деле то, что по мейну делать нужно было,
Это было все достаточно, но оно само по себе просто мутилось-то без моего участия, грубо говоря. А здесь будто бы я проебал какой-то триггер, вот уже 18 раз повторяю, и мне нужно что-то запустить где-то. Но откуда и в какой момент я его проебал, я не знаю. Я был внимателен. Да? Так, гадалка, бла-бла-бла, мгновенно убит. Кстати, меня это не убило. Там платков куча было. А как он? Ну и сейчас еще хорошо. Вот заявись. Я без этого же должен проходить. Что это за игра такая, где я обязан воровать вещи чьи-то? Я же не ворую. Это мой. Можно, пожалуйста, ролеплей оставить? Можно без воровства пройти? Но я же там все посмотрел, Спайт, ну серьезно. Ну, Бархикраб, это все равно это сайт квесты, но я вот украл там, да, дневник. Ну так, ну а зачем мне? Ну то есть я же все равно, так там табается и видно, с какими объектами интерактить можно. Или вы о чем? Ладно, кажется, подождите. Мне нужно куда-то телепортироваться, вот в чем дело. Сейчас все будет. В центре ба-ба-ба-ба. Сейчас. Магазин вот этих вот, понимаете, любопытных вещей. Практически все эзотерические предметы, говорят, нужно купить. О, кстати, лучшие компьютерные игры. В разговоре с хозяйкой можно продать кого-то. Я думаю, только в фалаче так можно делать. Поиграй с куклой Мадрона, блядь. С тремя Мадронами. Ой, говно, блядь. Что сделать-то? Вырезай комнату за комнатой. Как? Ну, давай его, ладно. Все, я даже по гайду не могу найти, что мне делать. Ну, какое-то издевательство, серьезно. Ну, как проходить? Мне нужно Рейвен-узелок искать по квесту. Что-то такое. Притом я уже забыл, для чего это делать. Ну, давай, вот я взял эту срань. Пойдем к этому. Пойдем к лингвисту. Ну, давай платок возьмем. Я уже не знаю. Ой, Соломон, иди это самое, подумай, в чем там, в UFS. У меня, чтобы помочь всем тёлкам, я должен запустить какой-то триггер, очевидно. Вот в чем дело, потому что я поговорил со всеми ними по 20 тысяч раз. Там вуаль, тухи, что там еще? И еще что-то, тёлка, которая молчит. Для меня, по-моему, самая основная тёлка, это тёлка, которая не может говорить. Именно она меня может там куда-то перенести или что-то в этом роде. То есть она что-то знает, но мне с ней на контакт не выйти. Понимаете? Вот такие вот дела. Давай ебливый платок возьму. Зачем? Непонятно. Наверное, чтобы игра проходилась. Ну, замечательно. Ты не платок. Видел я где-то платок. Чего тоже вот... Срань, короче, какая-то. Воровать надо. Все, забрал платок. Обыкновенный носовой платок. Вот что с ним сделать? Он не берется, потому что я не на ту кнопочку жму, видимо. Давай, драгон дропнем. Ну, возьми ты платочек. И кто на меня теперь не будет злиться? Все хорошо? Вот мадроны стоят. Какие-то куклы мадронов. Ну, видимо, кукла мадронов, это вот связано как раз-таки с тем квестом. Ну, вы понимаете. С этим чуваком, с роботелкой, которая запрограммирована. Можно еще раз, просто чтобы на будущее помнить, что за тня немая, которая из них. Они еще ходят как дряни. Вот кто из них не говорила? Эко, да? Здрасте, Эко. Вот из только шибательной молодой женщины, кожа цвета от полированной меди, полупрозрачное белое платье, лишь слегка удерживаемое золотыми пряжками, аккуратно облегаете в соблазнительные формы. Но это уже был... Здравствуйте. Женщина кивает, да, это все было, прокликивая 100 раз. Тебя зовут Эко. Ладно, это, наверное, ничего не значит. Но я это кликал.
Тебя зовут Эка? Она кивает, мило улыбнувшись. Ну все, видите, важное что-то, видимо. У меня есть другие вопросы. Ну это точно было. Могу я спросить, почему ты не можешь общаться? Не помню, кстати, этих реплик, честно сказать. Она легко вздыхает и кивает головой. Твой голос послужил причиной смерти или же другой трагедии? Она останавливается, открывает рот, потом хмурится. После секундного замешательства снова качает головой. А это было что-то другое? Легко вздыхает и кивает головой. Испытал эмоциональное потрясение, теперь не можешь разговаривать? Она странно смотрит на вас, медленно качает головой. Возможно, что-либо другое? Но я не знаю чего-либо другого. Это да. Спорткаус. Ну да, меня что-то мало лайкают, чуваки. Жалко, да? Я вообще страдаю от этого. Ни лайков, ничего в моей жизни, видимо, не будет такого. Но я знал, на что иду. Да, лайков бы хотелось побольше. Я не знаю, блять, я не знаю, куда идти. Сейчас дропну все. Видимо, я сегодня слишком желчен. Ну заебало, ну какого хуя, блять? Почему я должен этой еботой заниматься, ебливой, блять? Я поговорил с каждым NPC, которого я видел. Я был максимально внимателен. Каждая реплика мною была прокликана. Я вроде бы следил. Мне говорят, не пошел нахуй, ебись как хочешь. Почему? Ну по какой логике? Я что-то неправильно делал? Я, блядь, просто что-ли прокликивал на дурака? Ты в одиночестве, а ты бадзи не можешь, видимо. Норм... Чего себе? Случилось ебучее, вы во что играете, сука, ёбаная бадзи? Чё, бредер, что ли? Чё, да. Твой рот, а? Блядь, дегенеративная чё хуйло, будет? Ты бредер, что ли? Ты чё, бредер, блядь? Как ёбаный твой рот, так. Какого хуйла? Да чё, дурак, ёбаный твой рот, а? Уходят, пацаны, уходят. Сука, ёбаная паца, блядь. Ёбаный козёл, I fuck your bullshit. Дегенерат, ебучий. Вот пока ты это делал, дебил, ёбаная сука, блядь. Так всё и происходит. Не надо, я сейчас им расскажу, что вы тут исполняете. Вы что, дебилы? Ну ладно, давай тогда в Solution, хорошо. Возможно, осознание пришло. Ну какая разница, либо так, либо бродить просто бездумно. Но мне показалось, что Solution я уже посмотрел. Просто, понимаете, тут как бы нет четкой вот структуры у самых, не знаю, важных, что ли, знаковых NPC. Ладно, разберемся. Давай пока что в магазин вот этих, как он называется. Может быть, там что-то купить нужно. Я еще могу пока что сходить к филологу. I'm gone. Здрасте, Мьюч. С чего бы вдруг? Я так себе Айзек Плеер. Вы что, не знаете, что я нерд? Какой там, ты, миллион тысяч один? Не, ну если я совсем ничего пройти не могу, то, наверное, стоит ожидать Айзека, но... Вы понимаете. Пойдем, Эд, к лингвисту... Нет, пойдем вначале сюда. Скуплю, короче, все подряд. Скуплю. Alright. Здрасте, Вришк. Будешь покупать... Ну давай, экзотический предмет. Или там было. Там же было написано экзотический, не эзотерический, да? GTRP очень скоро Соломон. Подожду, пока Мэдисон вернется, чтобы хайпануть пиздато. А то сейчас там утихает немножко. Вот к нему на сервер пойду, обязательно. Надеюсь, возьмут. А как там байкеры Соломон? А как там вот тот чувак, на которого мне похуй, он как? Закончилась с ним история? А как тот чувак, который ролеплеит самого себя, как у него история закончилась? А вот с выборами как? Закончились? Я просто не успеваю следить за РП и даже уже газету давно не читал, блять, Вестник Лос-Сантоса. Времени что-то не было. Все, ладно, хватит это. Давай так. Я не могу все это скупить. Осмотреть статуэтку металлического куба.
Это было. Вы осматриваете маленькую металлическую копию кубического существа с огромными глазами на одной из граней. Игрушка имеет две ноги, две руки, два сложенных крыла и пока... Это Мадрон. Это то, что мне нужно, по-моему, да? Игрушка имеет две ноги, две руки, два сложенных крыла и, по крайней мере, 18 сочленений. Вришка улыбается вам и поднимает. Коллекционный предмет, наверное, или произведение искусства, кто знает. Мне нравится. Если купишь, поспрашивай народ. Может, кто-то знает о нем больше, чем я. Все за полторы... Ладно, я беру. Ну, при том, видите, он даже отдельно лежит. То есть, да, не на полках. Я беру. Я просто думал, что, может быть, шутка будет заключаться в том, что я покупаю бесполезные вещи, которые денег стоят, но... Извините, Бадди. Да, я сегодня отвратительно себя веду, и простите меня, ладно? Мудрый выбор. Здрасте, Димон. Медь высыпанная, ну это уже было. У меня еще есть деньги? Я бы хотел еще взглянуть на экзотику. А какой реальный? Я видел, это не вот этот вот, который? Шериф. Ну ты понял, короче. Ну у него такой голос прикольный, они вот похожи, по голосу было похоже, как бы это правильно сказать. Ну вот это же есть маза, слабо понятная для меня, типа военные инструкторы всяческие. Ну часто же, типа в американском кино про армию, вот эти вот чуваки непонятные, которые орут типа на солдат и так далее. Я не понимаю зачем, видел этого чувака, я так и не разгадал эту загадку. Ну как, короче, ну вот как ярчайший пример из цельной металлической оболочки этот чувак, который тоже, кстати, реально вот это вот как, строевой инструктор, как это зовется? Он при этом тоже реально строевой инструктор, по-моему, да? Почему они орут? Почему они, типа, унижают солдаты? Я не понимаю. Но это часть какой-то, типа, тренировки, да, я так понимаю, тренингов психологических. Но странно немного. Лучше бы по-нормальному пиздили и лося давали, чем орать. Да... Я, Димон, думаю, процентов... Ну, я думаю, на 60-то прошел. Сержант Дрель, да. Сержант... А, сержант Хар... Бля, дотер хорош, хорош. Помню такого, помню. Так это он, получается, реальность, да, шериф? Ну, у него видно, кстати, у сержанта Хартмана. Я там уже по голосу, понятно, что у него хорошо поставлен он достаточно. Я сейчас курить пойду, пацаны, вообще не играется. О-о-о, теперь ты в армии. Нахуй. Ладно, у меня куб есть, Мадрона, пойдем, куча еще мест. Прощайте, Вришка, смотри, где мой кубик? Это куб Мадрона, видите? Да это же не куб, ну посмотри, он не похож на куб. Нет, понимаешь ли, Соломон, по поводу какого-то прессинга и психологического давления, это понятно. Просто как бы объяснить, очень часто используется вот этот вот образ. Ну как, понимаете, как вот этот чувак из металлической оболочки, цельнометаллической, как там вот этот вот майор Пейн. Вот они вот в этих вот шляпах, вот они орут, почему они орут, типа. И так часто же, вот эти вот шоу всякие дегенеративные, где перевоспитывают трудных подростков американские. Вот там такие же ребята, типа. А, строевой подготовки. То есть, мне хотелось понять, нахуя они орут-то, то есть. Постоянно же вот это все по одной и той же будто бы происходит схеме, да? О, все забей. Что я несу? Небольшой предмет, видимо, копия какого-то механического существа. Две руки, две ноги, два крыла, которые могут раскрываться и по меньшей мере 18... Чего, блядь? 18 сочленений в прошлый раз это было. Возможно, игрушка кого-то из сборщиков. Сложность этой игрушки просто немыслима. Ее сочленение состоит из мельчайших шестеренок, зубчиков и шарнирных соединений. А пружинки на ногах, позволяющие поддерживать ступни, даже еще меньше. На спине имеется маленький переключатель, который двигает глаза взад-вперед. Крылья сделаны из какого-то паутинообразного металла, который сгибается, когда крылья поднимаются над телом. Несмотря на неуклюжую форму, игрушка легко игрушку легко поставить на любую поверхность, даже самую неустойчивую. Ебать. Это уже было, да? Подвигать ручки. Подвигать ручки и произвести шум боя на мечах. Хорошо, Бадзи, но меня не мотивирует обычно. Так нет, Соломон, в смысле, до сих пор это используется, вот эта вот муштра, вот эта вот непонятная. Даже в каких-то шоу и так далее, там, которые как-то, и вообще в целом, но я дохуя где это вижу. Типа,
Я так понимаю, это какая-то идет эмоциональная ломка. Типа, вначале нужно подавить, чтобы потом что-то вложить и так далее. Я пытался все это, типа, прочитать, но так нихуя и не нашел инфы толком. То есть, они-то орут не потому, что они орут, и они долбоебы там какие-то, а потому, что им так нужно. У них специально голос для этого, у них специально там, не знаю, мимика, жесты, то есть там близкий контакт, нарушение зоны комфорта, руки перед лицом, лицо в лицо, вот эти вот вещи, короче, которым специально обучают. Понимаете? Я просто не понимаю. Игрушка щелкает и начинает издавать жужжание, ведя бой с невидимым противником, потом побеждает его, успокаивается, помахать руками, издавая звук пиршества. Множество небольших существ отмечает победу. Вы почти видите слезы умиления, которые течет из его глаза, что, блять. Множество небольших существ вы почти видите. Он герой, самый отважный кубик, который когда-либо рождался на планах, и все его любят. Вы думаете, что падшая Грейс и Анна обнимают его, открывают поцелуями. Какое-то, видимо, легкое сумасшествие. Может быть, Архикраб, может быть. Нет, я, то, что я находил, если мы мгновение серьезности говорим, что, типа, идет эмоциональный излом, чтобы потом что-то, короче, вложить новое. Вот как правильно? То есть, ломаются барьеры, грубо говоря, твои. Якобы тебе так потом пизже информацию воспринимать. Как это не общаться ласково? Нужно... А как же по соображениям совести? Не знаю, короче, чувак. Да, ну это какая-то сложная игрушка, все, возможно, это какая-то отсылка, возможно, это еще что-то, я не понимаю. Вздохнуть и отложить кубик до новых битв со вселенной. Морты смотрит на вас и горечно качает головой. Я не понимаю, что происходит. Но я должен грубить Морты, Морты обидится. Я не прошел еще. Я на им хорош. Не, как, ну тупые, я считаю, а так, наверное, нельзя говорить, да? Но у меня к солдатам отношение такое, не очень их люблю, чё-то. Всё, ладно. Здравствуйте, Вайер Аниме. А чё у меня нет этого сраного, бля? А сегодня вообще были какие-то сообщения от братхи бота, нет? Блядь, ты бредишь, что ли? Эй, давай это. Кажется, настройка ОБС. Но я хотел всем типа сказать, что у меня важнейшие реквесты есть. Ладно, в другой раз, очевидно. Ладно, сейчас. 5 секунд, буквально все равно не играется. Не, он так-то работает. Давайте это самое. Поспамлю немного, ладно? Конечно, сработает. Просто посмотреть, вообще работает или нет. Ясно же. Ладно, давай играй. Больного, ой, какие у вас ранги, да. Все, ладно, забей. Что такое кубик-герой? Морт это твой череп? Да, так и есть. Правда, кубик-герой? Он этого не говорил, шеф. Он сказал, точно сказал? Не знаю, что происходит. Че, ну-ка дай-ка его мне. Ну, высмеивается что-то, отсылает куда-то. Я вообще не понимаю, что это за хуйня, правда. Я не понимаю, что за кубик, я не понимаю, что за шутки. И мне стыдно. Не-не-не, он мой, он хочет тусоваться только со мной, правда, кубик-герой? Да, именно так. Ну я просто хочу посмотреть, шеф! Что это такое, посмотри, что это за шутки? Ну у тебя же нет рук, Морте. Я в зубах подержу! Нет, я думаю, что просто отложу его пока. I'm gonna smash that Modron cube to bits. Кажется, Морти расстроился. А я думаю, что просто разобью этот дурацкий куб на куски. Ты что-то слышал, кубик-герой? Я тоже ничего не слышал. Что они несут? Долбоёбы, что ли?
Так, ладно, что у меня по гривенникам? Можно еще что-то купить, наверное, да? Можно, пожалуйста, мне поговорить с вами? WhatsApp, блять. Right. Спасибо. Да иди! Хоть тарать. Да. Экзотерическое, экзотерическое то слово. Детское масло. А, это вот масло, кстати, из младенцев. Это все тоже читано, перечитано. Очень хорошо. Иди нахуй, короче, заебало, right. Реально. Нет, зубами, зубами наоборот нельзя, да. Надо, это не по-пацански, это не по-пацански. Жаль его, может быть, он и заслужил эту судьбу, ну-ка. Лицо этого человека выкрашено в белый цвет, пара вынутых бровей нарисована на его лбу, и красная пудра лежит двумя кругами на щеках и подчеркивает губы. Пидор! Не, это не то. Что-то должны эти самые вылетать объявления, они перестали работать. Он что-то говорит, но вы его не слышите. Его руки прижаты к тому, что кажется невидимой стеной. Да кажется, это мим, а не лицедей. Что? Я не слышу тебя. Вешает голову, беззвучно вздыхает, пожимает плечами, затем делает шаг назад, машет на прощание, начинает представлять разные действия. Тянуть веревку, спускаться по ступенькам и так далее. Большой Грейс пристально смотрит на человека, уверенно, что слышала об этом виде представления. Он популярен на некоторых первичных мирах. Понижает голос так, что только вы можете ее слышать. И глубоко ненавидим во множестве из них. Проверить, можешь ли ты дотронуться до него. Что? Вы протягиваете руку, чтобы дотронуться до него, но ее останавливает невидимая сила. Мим кажется пойманным в невидимую коробку или клетку. Это важное что-то? Это может отсылать меня к концепции, типа, госпожи боли, клеток и так далее? Ну, типа, пространство, ну вы понимаете, модулируемое-мое. Или это какая-то хуйня просто, для внимательных? Не могу ничего из этого выжать. Похоже на то. Ну пойдем к этому пидору, я просто не знаю. Ну где ты? Ну скажи просто. Да где этот, господи, где этот чувак-то, который, кто он там был, лингвист? Он не в этом, что ли, районе? Сколько ж можно-то? Я, у меня так не пройдется никогда. Да-да-да. Че ты ругаешься, Соломон? Ну что хуйня-то опять? Как тебе не стыдно? Я туда не пойду, гражданин, там опасно. Понимаю. Может, я просто не вижу что-то, а? А, вот он, все, я тупой дебил, блядь. Ну как я играю? Да иди, шевели своими котовыми, сколько, блядь, можно-то, а? Хочется же попроходить немножко. Заходите. Вы меня проверяете или не знаете? Я, Игнус, был учеником моим какое-то время. Я его обучил, я так понимаю, премудростям искусства. All right. И о том, что в страданиях можно питать силу. А потом он очень много стал заниматься пиромантией, и он всех заебал, и в нем открыли портал в планы огня. И он теперь постоянно горит и сходит с ума. Удивительный спутник. Ну, когда-то, да, предыдущая какая-то инкарнация была учеником Игнуса, учеником-учителем. И нам хмуро смотрит в вашу сторону. Снова решили посетить мое скромное жилище, и чего вам надо на этот раз? У меня есть вопросы. Я бы хотел, чтобы вы знали, сэр, я ученый-лингвист, и если я вам могу помочь в вопросах моих компетенций, языки и тому подобное, то я ничем не смогу вам помочь в других вопросах. Заебись. Ну, не работает. На книгу ничего, короче, не запускается. Я не знаю. Начинает что-то бесить очень сильно, прям, правда. Возможно, сегодня день неудачный был выбран. Куда, блядь, идти-то? Ну, то есть, что делать-то? Я обошел всех. Ну, серьезно, я был внимательным. Так нечестно. Если ты внимателен, такого не должно происходить. Не хочу сейчас по всем квестам по этим... Понятно.
Предложив в качестве отправиться в Фестхоу, где кто-нибудь наверняка сможет больше рассказать мне о ведьме Рейве Узелок. Никто не рассказал. Найти способ при помощи Фарут уже как удалить нахрен все это нужно. В Хитмана очень хорошо. Многие как один про них тоже уже забыть нужно 100 лет. Здесь какой-то, да, нужен какой-то планарный путешественник. Может быть, эти дни у меня уже, да, много дней подряд. И далеко от мортуария странную женщину по имени Сефтай. Это тоже старая история. Мариса, понятно, Вивьен, понятно. Таора, окей, давай. По имени Весельчак, бла-бла-бла. Она сказала мне, что не является членом общества чующих, поэтому его можно найти. Ну что, просто украсть у него ключ? Все, это такое ощущение, если уместно подобного рода сравнение, что я вот где-то сейчас, короче, в фалаче нахожусь вот на вышке анклава. Все по говну, блядь, нихуя не получается, нихуя нормально не пройти. Взрываю что-то, ворую что-то, не хочу воровать, хочу нормально играть, просто разговаривать и проходить. Ну, чтобы разговаривать и проходить, что-то здесь нужно запустить. Красный галстук, неплохо, да, да, и штрих-код какой-нибудь. Неплохой. Ну, можно просто надпись ГОСТ в затылке. Пойдем воровать. Это же так соответствует моему ролеплею, в кавычках, разумеется. Обожаю воровать. Вот единственное, что я не делаю в играх, я должен воровать. А, вы что-то знаете, Спайт, или вы предполагаете? Ну, давайте осмотрим. О, ладно, хорошо. Видимо, тут что-то... Какая-то механика может крыться, да? Не, я готов довериться безоговорочно, мне терять нечего. А что там может быть? Не, я готов. Но только... Ну, 99%, что нихуя не работает. Как бы давай так, смотри. Alright. Ситуация Alright. В том, что у меня же игры будущего. Здесь нет активных объектов, кроме двери, шкафа и сундука. Ты просто обычный чувак, что он здесь сделал, интересно? Дворянин презрительно вас оглядывает, пока вы прежде. Я здесь, чтобы говорить с дамами, сэр, а не с такими, как вы. Надеюсь, вы не собираетесь доставать меня вопросами и прочей ерундой. Вообще-то у меня есть вопросы. Благородный мужчина смотрит на вас, прищуривая глаза. Меня это не волнует нисколько. Что касается тебя, уходи и оставь меня. Уйти. I'm gone. Бля, Соломон, ну чё ты такой токсичный, забанься. Это не так-то. Ну что меня осматривать-то здесь? Здесь же ничего нет, да? У меня есть вопросы, Луис. Попытно, зачем? И что? И взорвать коврик? Так что будет-то? Нихуя, да, не будет? Есть вопросы, Луис. Да? Давай, прокликаем. Я не понимаю, чуваки. Вообще не понимаю, реально не понимаю. I'm gone. Так, еще 5 сек. Я еще не гуглю. Я еще не гуглю, просто в курсе держу. Понять, что с этим говном. Ладно, забей. Не бери в голову. Так, ну и чего? Ну какие еще в теории варианты могут быть? С дневником никакой реакции. Украсть ключ? Ключ от комнаты Фестхова. Что вот это? А, это от моей комнаты. С кубом Мадрона что-то сделать? Спросить у Мадронов про куб Мадрона. Мадрон молча смотрит на вас. У меня есть вопросы. Объект свободен задавать любые. Вы не знаете, что это за маленькое кубическое существо?
Мадрон, его внешность полностью совпадает с видом предмета в ваших руках, кроме размера. Мигнул один раз, а затем еще дважды. И наконец сказал, я не понимаю, Ванзаби. Объект портальный куб. Пользователь должен разместить конечности портального куба в соответствующей конфигурации. Тогда куб начнет функционировать. Активизировавшись, куб транспортирует пользователя в то место, на которое был настроен в процессе своего создания. И какова же соответствующая конфигурация для этого куба? Мы не располагаем данной информацией. Более 97% всех портальных кубов функционируют в различающихся режимах. Мы не присутствовали при создании данного куба. Также мы не имеем инструкций по его использованию. Если объект имеет желание использовать портальный куб, ему следует определить эти параметры экспериментальным путем. Заебись. Я бы хотел спросить о другом. Объект свободен. Все, да? Нормально. Я не знаю, спасибо. Тогда прощайте, ничего не обещайте. Поверти, это не игрушка же, это куб, эй. У игрушки имеется две ручки, две ножки, ну поверти. Это что-то новое уже. Вы вертите игрушку в руках, замечая, что ее конечности неожиданно возвращаются на место. Наконец, когда вы сгибаете ее левое колено, издается странный звук «хлоп» и начинает трястись в твоих руках. Неплохо, Бадзи, но это нужно вот как в лучших домах при каких-то примочек размутить себе, или как это называется. Да я не могу, понимаете, вот этот вот триггер и не запускается, походу, спайт по поводу незнакомого мужика. Я сейчас вернусь к шкафу. Да я, что мне ему, угрожать, пиздить, напасть на него? Не выходит. Покрути левую. Конечности игрушки неожиданно возвращаются на свое место, издав щелчок. У Коля, кажется, это пазл, чуваки. А у меня точно нет ключа к нему? Я какую-то бумажку находил в морту... Ладно, подожди, к правую. Расправить левое. Расправить правое. Согнуть левое, я не понимаю. Согнуть правое. Щелчок. Расправить левое. Щелчок. Правое. Щелчок. Правое. Щелчок. Щелчок. Хлопок. Правое. Хлопок. Ну, наверное, это пазл, чуваки. Да... Ну, не знаю, ну, не знаю. Я разок вот... Есть вопрос. В смысле? А потом говорить, что ты поиграл в «Покажи, где солнце», да? Не надо меня проверять. Ладно, время, кажется, вонючих блокнотов. Такой не кожа, разумеется. Давай, согнусь правое колено, да? Что дальше? Сотрясается в ваших руках. Правая хлопок, щелчок. Левое колено, хлопок. Левая рука, щелчок. Так, блять. Левое колено вначале. Обожаю эту игру. Свистящий звук. Блять, что там было? Сука, я забыл. А, их меньше и меньше становится. Короче, правое колено, а второе я забыл. Так, ладно, давай опять. Левое колено. Правая рука, да, по-моему? Левое колено. Левое крыло. Да, левое колено, левое крыло. Легчайшое. Здравствуйте, координата. Ну, я со всеми тёлками поговорил по миллиону раз уже. Ну что, мне по второму разу прокликивать? С каждой поговорил. У меня даже элементарно я поговорил с каждой, притом полностью, по-моему. Хотя бы по той причине, что мне нужна была Грейс в пати. А вы так не пошла за мной. Ну ладно, давай. Правое колено, левое крыло.
Да? Левая рука. Правое колено. Левое. Почему мне написано левое колено первое, да? Написано правое. Ну я и тупой, конечно, да. Левое колено, левое крыло. Левая рука нет. Левое. Левое колено. Левое крыло. Правая рука. Нет. Как же... Левое колено. Левое крыло. Это можно бесконечно сидеть. Правое крыло. Правое крыло. Откуда ты знаешь? Понятно, правая рука. В смысле, это можно как-то умом все было сделать, а не рандоме, да? Интересно. Слышите небольшой крк, потом щелчок, и вдруг у вас в руках взрывается белый свет ослепительной яркости. Здрасте, Дженкинсон. Ультра правая. Можно, да, это вслух произносить, бадзи, я просто не уверен. Не уверен просто. Что? Вот что. Хуй во что, извините. Телепортировал куда-то, прикиньте, как же я хорош. Чё готовится? Если у вас есть способности, то вам готовиться даже не надо. Или уже есть. Вы видите куб с двумя руками, с двумя ногами, с двумя маленькими крылышками. Спереди у куба живое лицо. Когда вы подходите ближе, существо фокусирует на вас свой взгляд. Приветствую. Существо смотрит на вас ничего не выражающими глазами. Приветствую тебя, искатель приключений. Добро пожаловать в Рубикон, модель пещеры. Спасибо, что выбрали Рубикон для посещения пещер. Вы можете войти в Рубикон через эту дверь. Что такое Рубикон? Это река, ёпт. Что такое Рубикон? Существо уставилось на вас, не говоря ни слова. Что такое модель пещеры? Существо заморгало глазами, но не подало никаких признаков того, что слышало ваш вопрос. Что такое Рубикон? Существо... Что такое модель пещеры? Существо. Мне пора идти. Пойдем, Эд, в пещеру пойдем. Там. Соломон. Ты что, дурачок, что ли? Я не понимаю. А можно мне войти, пожалуйста? Ой, Рубикон. Да сука, ну что ты... Ну, я что, зря, что ли, все это сделал? Откройте, пожалуйста, но не работает. Эй. Эй! Ну эй! Ну почему не работает-то? Alright. I feel like I'm in a cuckoo clock. A cuckoo clock. Done. Что-то связанное с KKK, но... Про это тоже нельзя вслух, right. Как и про ультраправое крыло. Так. Ну и чё? Всё? GG? Мне не дают войти. Done. Да чё вы все увязались-то? Так, ну-ка пошли все в пизду отсюда. Обожаю, обожаю свой ум. Медленно идите. Откэнсели. Все, ладно. Действительно, хватит батхёртить. Ну как войти-то? Ну ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Ну что, опять куб Мадрона? Куб, круп, куб. Согнуть правое колено до угла в 15 градусов, после чего максимально расправить крылья, потом развернуть правую руку на 180 градусов. Но это меня обратно тэпнет, да? Происходит жжж, потом клик, потом клик-клик, потом жжж, и больше нихуя. Ага, прикольно. Покоит себя, двигая руками куку, чтобы услышать шум боя на мечах. Да, обратно, кажется, я тоже не могу, или я чего-то не вижу. Что, бредишь, что ли? А, вот еще проходы, идиот, я думал, что это просто, короче, светильники в стенах. Мне очень стыдно, простите. Мне еще показалось, что это какая-то барная стойка, короче, и там просто, это, типа, картины. Все, ладно.
Вы видите механического человека с серой кожей. Очевидно, это конструкт, но лицо его по-настоящему живое, особенно когда оно неприязненно смотрит на вас. Приветствую. Создание грозно рычит, затем наблюдает за вашей реакцией. Что ты такое? Я легкая боевая машина. В настоящее время мои показатели плохие. Боевые качества, низкий уровень интеллекта. Еще я панически боюсь своего оружия, и оно валится из моих рук. Да ты охуел? Все, видимо. Малоопасный конструкт. Ну пойдем это, наверное, я просто их затыкаю, да? Да? Да, ну они смотри какие слабенькие. Изи. Или, ай, не изи, блять. Я думаю, что мы уже первого убили. Что это такое? Блестящие линзы похожи на те, что используют в оптическом прицеле. Представляют собой золотую оправу с линзой красного стекла в центре. Возьми, ёпта. Блядь, ну ты такой занудый, пиздец. Тебе это говорили когда-нибудь? Не надо тебе этот кинжал с собой носить. Отдай, если не можешь использовать все это, отдай тогда кому-нибудь. Такого говна. Ничего не продаю, ничего не делаю. Спелы, и почему не учу? Копировать. Потом уже буду их раскидывать. Они уже есть. Ну тогда кто там? Да ладно, потом. Наверное, еще можно кем-то его выучить, например. Тык, серебряный браслет. Платочек, языки, изверга. Это все бронзовое кольцо пусть уходит. Какие-то ключи. Это надо взять, наверное, как-то можно приспособить к чему-то будет. Так, что-нибудь еще здесь может быть, нет? Откуда я пришел? Вот отсюда, да? Пойдем сюда. Что это за место? Я так понимаю, да. Вы видите механического человека с серой кожей, очевидно, это конструктор, лицо его прозрачного живое, если когда он не перезвучит, смотрит на тебя. Да, и вот это уже было. Приветствую. Существо перестает хмуриться, напускает на себя вид максимального ужаса. Ой, вот герой, без сомнения, послан сюда для того, чтобы победить зло. Горе мне злополучному механизму, потому что он прибыл. О чем это ты? Существо упирает руки в боки и хмуро смотрит на тебя. Это сценарий, а ты болван, что в него вляпался. Как ты собираешься отыгрывать свою роль, если я буду играть свою без согласования? Если бы нам... На миг задумывается. Я вспомнил, я же хотел забить тебя до смерти. Ну, какие-то... Кто они? Какие-то аниматроны, я хуй знает. Спасибо, теоретически живой человек. Наверное, уже пора кастовать, да, или не пора кастовать? Не, я их, наверное, так затыкаю, они буквально на две тычки. Можно даже с пэлами не запариваться. Ну что за сумка монет? Леденец. Он похож на маленький каменный брусок. Интересно, но бесполезно. Вот как не узнать? Больше похож на тампон на самом деле. Горсть медиков, сумка монет. Это не нужно брать. Вот как тут отличить заведомо мусор от того, что может пригодиться? I'm gone. Тут написано, что это не нужно. И тампон тоже не нужен. Может, как там на самом деле, я не знаю. Ладно, пойдем дальше. Ну, блять, у меня нет идей просто. Вот это же как-то, что вот это такое? То есть там, я, кажется, за этот механизм, судя по всему, пройти, что ли, могу? Или нет? Тоже закрыто. Наверное, нужно просто сейвы обузить. Ладно, нормально. Пойдем. Вы видите механического человека с серой кожей. Очевидно, это конструкт, лицо его просящего живое, особенно когда он неприязненно смотрит на вас. Приветствую, это уже другой. Существо перестает хмуриться, напускает на себя. Но это уже было, вот герой. Что ты такое? Я обитатель подземелья, который собирается надрать тебе задницу. Ну ладно, окей, окей. Ну... Ну как, это какие-то там должны быть, да, к чему-то отсылать, да, наверное. Портгеймом каким-то, концепцией подземелья или что-то такого. Но я не понимаю, в чем шутка заключается, честно сказать. И не то, чтобы я прям очень сильно старался, конечно, понять, на.
Все равно не то, чтобы я в восторге был. Вы видите механического человека серой кожи, бла-бла-бла, то же самое. Приветствую. Что ты делаешь? Тупо смотрит на вас, клонит голову в сторону и в полном замешательстве думает, что делать дальше. Я обитатель подземелья, ты вторгся в мое персональное, жизненное пространство, и я должен понести наказание. Поэтому я запускаю правильную последовательность атакующих действий, а именно звук атакующий жест и схватка. Я понял, чувак, хорошо. Валился он, да? Блять, что... Не, нормально. Просто можно их затыкивать. Их чаще. Да, можно не умирать, пожалуйста? Ну чего вы не хотите автоатачить следующую цель? Что это такое? Загадочный кусок первого, теперь... Ты лучше понимаешь, что... Пять. Ладно, бери. Да бери. Готово. Ну это, что это такое? Я не понимаю. Ну, улика, хорошо. И так-то какая-то сумятица непонятная. Но она не читается, эта улика. Это играет какую-то роль. И мне это никак не помогает. Ни в чем. Видите, механического человека с серой кожей, бла-бла-бла, приветствую. Создание воздевает руки, потрясает оружием. Вижу вражину перед собой. Слышу горестный плач жен народа моего. Я победитель. Ладно, я понял. Притом самое хреновое, что я даже не вижу карту целиком. Я в каком-то, видимо, лабиринте нахожусь, но каким образом мне здесь маршруты прокладывать, я не представляю. Ну то же самое, ну заебал. Ну, кстати, нет, другие реплики, лол. Существо перестает хмуриться и напускает на себя. Но это уже было. Или не было. Ты не можешь убежать от того ужаса, червь, что стоит перед тобой. Ты нарушил границы моих владений. Плати. Ладно. Давайте. Так, ну, видимо, вот это говнище потом или нет. Да я права. Похоже, там нет линзы. Ну что, у нас тут point and click, что ли? Блестящая линза, пустая оправа. Ну, кстати говоря, ну и как мне это скомбить? Никак? Ага. Че, здесь, блядь, серьезно, что ли? Или ты шутишь? Это еще все типа опознавать нужно, только потом я могу скомбинировать. Или вообще так не будет работать? All right. Да, вот тогда. Done. Блять, я не знаю. Ну, я могу типа опознать, но только одно что-то, да? Заклинание. Свитков у меня нет. Линзы скрытности, растворение. Нет, это не то. Очевидно, что это не для какого-то квеста. Прицел кажется неполным без одной линзы, которая там должна присутствовать. На самом деле она там и присутствует, просто она сформирована не из вещества, а из пространства. Когда эта линза надета, по ее владельцу чрезвычайно сложно попасть дистанционным оружием или заклинаниями. Кроме того, владельца линзы какое-то время даже увидеть непросто. Его вовсе нет. У меня нет больше спевов. Ну и зачем мне это говно? И что это? И в какой-то слот вообще отправляется? Явно не в этот. Нормально. Ну, наверное, Анна, да, может одеть это? Ну, не может. Все, ладно, заебись, игра. Ой, да. Вы видите механического человека с серой кожей? Очевидно, это конструкт. Приветствую. Ну и чё я пришел сюда? Мне что не поможет в прохождении никак. Да? Так у меня... А, подожди, у меня же есть... зачем? Ну, кстати, да. На самом деле, у меня два чувака могут опознавать вроде. Это тоже механика. То есть, как ни удивительно, Дакон тоже может. Я всем забыл. Линза проницательности. Урон плюс один. Мощные линзы придают владельцу способности адекватно оценивать ситуацию и более трезво мыслить. Но это какие-то типа атачи, да, кибернетические? Я не понимаю просто. Это дает некоторые преимущества в сопротивлении заклинаниями. Кроме того, придает дополнительный урон атакам на расстоянии. Увеличивает эффект... Хорошо, я понял. Спасибо. Ага. Хорошо, заебись. Пойдемте отсюда. Ой, бля,
занудствовать, куда идти? Я ж потерялся, лабиринт мадронов. Они еще спаунятся, что ли, будут? Может, я здесь навсегда теперь, а? Может быть так. А, не, смотри. Ну а с вами что, чуваки? Сохраняйте веру. Вы видите куб, когда вы бла-бла-бла, это уже все было, да? Приветствуем. Смотрит на вас ничего не значащим взглядом, наверное, ничего не выражающим. Есть вопросы. Ни разу не отводит взгляда, продолжая смотреть на вас. Мог бы ты ответить на мои вопросы? Чего не выражающий взгляд? It is I shall serve. Прикольно, может быть другой мадрон? Приветствую. Здравствуйте. У меня есть вопросы. Продолжает смотреть на вас пустыми взглядами, глазами. Что это за место? Рубикон, модель, пещеры. Что это на самом деле такое? Мадрон хмурится, оглядывает комнату. Мы должны знать. Мы мадроны. Мы часть общности. Мы. Информация недоступна. Обратитесь со своими вопросами к инженеру. Где мне найти инженера? Мадрон оглядывается. Мы не знаем. Информация недоступна. Мы запутались. У меня есть еще вопросы. Кто ты? Мы мадрон. Но это я уже все знаю, я с другими мадронами разговариваю. Ну, не спойлерите тогда, да ничего страшного. Наверное, так или иначе я выберусь. Мне казалось, что их нужно сопоставить вместе, либо что-то с ними сделать. Тебя зовут мадрон? Да не, мы мадрон. У нас нет имен. Мы мадрон, йоу. Все, что ты видишь, все, что ты хочешь, все, что есть, это мадрон. Не. Пинс. Есть еще вопросы. Что ты здесь делаешь? Ждем инструкций. Инструкции для чего? Мадрон смотрит на вас пустым взглядом. Инструкции того, какие задания нужно выполнять. Задание и вообще, чем вы здесь занимаетесь? Мадрон хмурится, оглядывает комнату. Мы должны знать, но это уже было. Не пора идти. Ладно, я понял. Надо искать инженера, видимо. И, возможно, время запоминать уже, как я прошел, или не время запоминать. Я же не знаю ничего. Куда сейчас идти? Вот, ну, я здесь не был. Приветствую, да иди в пизду. Да? А, это уже было. Кто ты? Ну ладненько, не, я их перебить это не проблема, они малоопасны. Я даже спелы пока что не юзаю. Просто закликиваю. Ой, он упал? Нет, не видно нихера ровным счетом. Да, прикольно, тут будет линзы падать. О, смотри, чё. Вау, я такой важный. Такие дела. Так, ладно, 5 сек.
Новой команды, да, важнейший. Кулярный стрим не работает. Это не то, что там указано, по-моему. Тема. Команды, команды, так, все, все сказал. Команды, Мадроны, Инза новая. Ну и чего? Блестящие линзы похожи на те, что используются, бла-бла-бла. Вы не уверены, бла-бла-бла. Хорошо, надо, наверное, все эти линзы... Чтобы они сработали, очевидно, что их нужно опознать. Ну давай, я просто закину, короче, все эти линзы к Игнусу, к примеру, да? Конечно, здесь лежат. Это там, трипофоб. Рубашки, это рубашка, бадди, ты че? I'm gone. Done. Это тут трипофоб. Лабиринт Мадронов. Ну, я уже здесь бывал. Наверное, надо было, типа, вот, да, не собирать лут, чтобы понимать, где я бывал, а где я не бывал. Понимаете? Done. Но я не знаю, что делать. Поймите меня тоже правильно. Как этот... Ну, в смысле ты не понял? Ну, это же... Ну, ты что, не видел, что ли? У всех серьезных людей... Да-да-да-да-да, Джастин Тимберленд. Бля, вот такую вообще... Как вот он? Здравствуйте, Мефистофелес. Ну, кстати, да, вот это вот очень странно выглядит. С одной стороны клево, а с другой стороны... Странно. It shall be done. All right. All right. Я не знаю, что делать, бля. Ну вы понимаете, какое обилие всего здесь? Не работает. Alright. Т9 очень хорошая вещь. I'm gone. Ну, у меня нет, на самом деле, вариантов даже приблизительно, что бы сейчас я мог сделать в этой ситуации. Но здесь какие-то... Чего Alright. ты там несешь? Вот тут какие-то непонятные, вот, то есть, будто бы за этими что-то есть все-таки, или я тупой? Смотри. Как будто они... Или просто так сделано, да? Заинтерактить с ними. Линзу использовать. Но я линзу не могу использовать, понимаете? Ну я видел, так она ж говно. Ну то есть, как? Уже же решено. И она еще когда выходила, я ее видел. Я думаю, там, ну вы понимаете, не будет таким говном. Ну хотя странно было бы ожидать не говна. Бля, в Берсерка я бы поиграл даже, но... Что-то такое, такое все это. I'm gone. Слушай, я не знаю, ну давай, мне нужен архитектор, да? Это уже все было, приветствую. Рубикон. Что такое Рубикон? Не работает. Что такое модель пещеры? Не работает. Мне пора. All right. All ну, right. я... А что я сказал? Так и есть. А мне просто нравится, типа, Берсерк, потому что я кто я там, дебил. Вы понимаете, там, Берсерк сильный, Берсерк All клёвый. Right. Большой, да. И с огромным мечом. Как такой чувак может кому-то вообще не нравиться? И то, что вот Берсерк, я понимаю, вот Гац, это вот Гриффит, а Гриффит как баба. Вот Гриффит не нравится. На бабу слишком похож, потому... Хоть он тоже сильный воитель, но все равно как пидор себя ведет. Я потерялся. Ну все, я не знаю, идти куда. Да не, надо на самом деле у механиков бы заказать его. Предзаказ оформить. Я бы посмотреть просто по приколу. I'm gone. Ну такое это, конечно. Done. Ну чё, все что ли, GG или чё? Или мне записывать начать? Кажется, новый гамиплей подвезли. Может быть, мне надо себе карту зарисовывать? Right. Лабиринт Мадронов? Нет, спасибо. Угал меня. Я не голодный. Спасибо. Там же 20 рублей, нет, да? Спасибо. Фух, нормально. Спасибо, я не голодный. 20 рублей для смазывания колеса для дебилов. Для дебилов. Хорошо. Alright. Бля, может это какая-то подсказка? Подожди, смазывать колеса для дебилов. Мне надо смазать шестерни.
I'm gone. All right. Каска она, но ей так сложно. Но ей сложно быть, ну, женщиной, наемником. Ее не принимают всерьез. Вы понимаете, она еле пробилась. Поэтому каска и должна похожей быть на пацана, иначе ей не выжить просто. Вот с этими с ястребами Гриффита. Понимаете? А там еще какое-то там что-то отрисовано, да? Ну не знаю, я посмотрел типа Ониму. Наверное, в этом ничего зазорного нет. Я еще посмотрел Ову, да? Но Ова же это, да? Я, блядь, не силен в этих ваших анимешных вещах. Я не знаю, что такое Ова. Для меня Ова это много хронометража и красиво. Это Ова. И что-то еще. Да, бля, я говорю, когда мы говорим про Берсерка, я настолько даун, что я даже один том манги прочитал. Я бы прочитал бы мангу, на самом деле, ладно, много бы прочитал, если бы нормальная была, короче, отсканенная. Читал. А манга, да, бадзи. Еще авокадо, блядь. Как же я шучу. Короче говоря, нет отсканенных страничек нормальных, которые открываются через CD-сп... Как называется эта читалка? CD-сплей, да? Там, короче, я и искал, и в итоге там только ебливые листы от ксерокоп отсканированные. А так как бы, ну кто так читает мангу или комиксы? Done. Неудобно. Вот поэтому вот. Я это к тому, сделайте, пожалуйста, чтобы через CD-сплей можно было. Я смотрел чуть-чуть хентая Бадзи. Right. Когда в школе учился. А есть такая игра, брат 2, я что-то забыл. Я только в бой с тенью играл, очень хорошая игра, всем рекомендую. Но просто... Вообще, мало кто знает, но бой с тенью это спин-офф бригады. Только потом уже узнается. Мне Берсерк как? Ну мне Берсерк нравится, потому что я подросток. Ну если серьезно говорить. Или манга. Манга мне... манга. Или хентай. Хентай мне тоже понравился, потому что тогда я был по-настоящему подростком. Нет, спасибо. Я не голодный. Нормально. Нормально. Забайтилось. Нет, спасибо. Я не голодный. Вот и помер дед Максим. Вот и помер да дед и Максим. Да и хуй остался с ним. Да и хуй остался с ним. Положили его в гроб. Хуй уперся в потолок, он как какой-то был мужик, он нахуй увертел шашлык, хуем грядки он копал, хуем грядки поливал. Не играется, чуваки. А в граждан... Или чё там? Я забыл. Короче, текст забыл. Ладно, давай другую заводи. Послушай, Грейс, а у тебя нет сестры? Тысячи. Дай мне минутку, чтобы не сойти с ума от наслаждения. Здорово, Шин. Здорово, Уэйд. Пока, Соломон. Конец диалога, все. Right. Так вот и обычно диалоги и бывают с дамами, если вы понимаете, о чем я, разумеется. Вечер, Уэйд. Должен вечер. Вечер. Перепроверьте. Done. Ну чё, просто ходить по этому лабиринту, очевидно, да? А еще когда я Double Damage быстро говорю, тоже незаметно. Done. Но у меня заикание прикольно триггерится, на самом деле. Ну то есть... All right. На самом деле, в моей жизни мне заикание не мешало никогда, потому что, как правило, ну я могу говорить нормально. Я помню, был у меня период, когда я вообще не мог говорить, было так себе. А сейчас типа нормально, мне даже нравится заикаться, но это большой секрет. Заикание нормальная фича. Речевые дефекты тоже нормальные. Здрасте, Трип. Не знаю такой книги Бадзи, потому что я очень мало книг знаю, извините. Но название «Путь королей» мне нравится. Нормальные смайлы. Откуда... Да нет, Double Damage, вы говорите про картавление, потому что я говорю, я бы с удовольствием бы научился картавить. И в каждый раз, когда мы говорим про речевые дефекты и про картавление, мы возвращаемся к концепции профессии, которая еще не изобретена. Анти-логопед. Вот как научить картавить кого-то?
Просто логопед этого не может сделать. Нужен антилогопед. Я хочу картавить. Тут сложно очень специально это делать. Шепелявых? Не, ну шепелявые мало кому нравятся, нет? Фу, только не анимешницы, чуваки. Это не сработает. Вы вот постоянно мне советуете всякую хуйню, а я очень легковерный. Вы понимаете. Ну все, что ли, GG? Мне отсюда не выбраться, понимаете? Всем насрать, я понимаю. Мне в принципе, тоже абсолютно наплевать, но... Alright. Какие-то идеи, может быть. Ну вот линзы у меня все есть. Может быть, их все нужно сложить к безымянному, и произойдет чудо какое-то. Но было бы странно, если бы они, типа, как в каком-нибудь point-and-click'е. Собирайся, пожалуйста. Кажется, новый, короче, геймплей подвезли. Ох, что эти игры будущего. Не работает так. А можно... Кто есть же... Вот... Nameless-то знает, наверное, потому что про него игра. Скажи, пожалуйста, что делать. Ты же знаешь, что я никогда не прошу этого, но я реально в затруднительном положении. А ты что, картавишь, что ли, Уэйд? Ну и чего? Шепелявость говно вообще. К заиканию можно привыкнуть, мне насрать. Но оно меня забавляет, как правило. Особенно, когда ты пытаешься что-то сказать, ну как бы у меня это реально вызывает смех, потому что, ну типа, я много пизжу в своей жизни, и мне хочется что-то сказать, и я начинаю заикаться, и не знаю, это всегда очень забавно, типа, что я не могу сказать. Alright. Всегда надо вспоминать историю, у меня такое не раз в жизни, когда я, типа, разговаривал с реальными заиками. И поскольку у меня заикание, оно не перманентное, не раз, по-моему, было так, но один раз точно мне было очень неудобно, типа, у меня был какой-то клиент-чувак, и он жестко заикался, а я, типа, вначале с ним нормально разговариваю, он начинает заикаться, и, типа, я начинаю заикаться, и чувак подумал, что я его передразниваю, и, блядь, хотел сквозь землю провалиться. В смысле, некоторые всем нравятся картавые. Ну, серьезно, картавить это ха. Наверное. Че за дичь? В смысле, тебе еще не нравятся картавые, что ли, упала на пол? И Warframe. Warframe, правильно говорить. Эй. И Warframe, заводи Warframe. Но вначале нужно в Warface поиграть. Я не могу, пока Torment не пройду, я не могу больше ни во что играть. А там осталось всего каких-то смешных 200 часов. Потерпи, пожалуйста. Бля, ты прям сильно картамишь, да, Мефистофелес? Пиздёт. Alright. Да все, давай, это игра. Alright. Да я... все, блядь, ну не ебу я идти куда. Ну, давай с табом опять. Вернусь к тем чувакам, ну попробую... Всё. I feel like I'm in a cuckoo clock. A cuckoo-cuckoo clock. Done. Да, евреем был бы. Меня тоже в детстве, я очень много был, короче, у логопедов, и я могу сказать, что они шарлатаны, потому что я до сих пор заикаюсь. Сколько я там обошел врачей, этих ваших логопедов. I'm gone. What a curious construct. Я просто всегда жалел, что я не родился евреем, просто жалел. Ну это стереотип же, да, стереотип, наверное, да? Неплохо, Бадди. Done. Да в смысле? Да как это работает? Не-не-не, не так это работает. Это все, вы понимаете, в любом коллективе подобного рода, неважно, что это школа или какая-нибудь шарага, или еще какая-нибудь помойка. Если, как правильно, вот... Если захотят спросить, то спросят за что угодно. Неважно, там, картавишь ты... Типа, или у тебя кеды какие-нибудь дешевле, чем у остальных. А если ты нормальный чувак, что бы ты ни делал, все равно... Ну, никто не будет высмеивать тебя. Так работает, исключительно так. Просто если ты уёбок сам по себе, и как бы ведёшь себя как уёбок, либо как-то отличаешься сильно в худшую сторону, скажем так, тебя все равно будет хуесосить. В смысле? Да ты просто мало людей видел, есть Варик. Не, картавить, короче, хорошо. Картавить хорошо.
Дан. Кстати, да. Но я попробую научиться картавить. All right. Может быть. Не знаю, получится ли у меня. Дан. Бля, почему мне кажется, что моя игра заканчивается в этом лабиринте? Не может быть такого. All right. А можно, пожалуйста, подсказку? Ну как из лабиринта-то выйти, бля? Дан. Дан. Просто рандомно прокликивать, все, дверки закрыты. Конечно, а ты как думаешь? All right. Исключительно, чтобы нравиться женщинам. Мужчинам. Дан. Ну давай попробуем с каждым мадроном поговорить, нет у меня больше. I'm here. All right. Да никто не смеется, да все это не так работает, чувак. Вообще не так. Это все вот хуже стереотипы по поводу того, что если, короче, у тебя там что-то не так, то тебя будут высмеивать. Не так всегда. Все, короче, я... Давай, хватит не меняться. Здрасте, мадрон. Это все было. Приветствую. Не, не хочу. Нет. Здравствуйте. Есть вопросы? Ну, не работает. Созерцаю. Что ты здесь делаешь? Созерцаю, обдумываю, отвечаю на вопросы. Ты растягиваешь слова, но кажется, у нас могут возникнуть проблемы. Но если нет, картавость я могу приобрести, но я не думаю, что я смогу гнусавость пофиксить. Хотя я сейчас занялся фиксом носа. Может, даже перегородку себе вправлю. Лишь бы не быть гнусавым больше. Через год общения. Нет, спасибо. Нормально, забайтесь. Я не голодный. Вообще-то правильно говорит зайка. Нет, спасибо, я не голодный. Я не знаю такой песни. Мой небосклон и чисто ясен, и полон радужных картин. Не потому, что мир прекрасен, а потому, что я кретин. Раунд, бля. Ну это же вы чё, Трип? Это же этот самый Enchant Edition 4K. Абсолютно, надо еще говорить, в реале абсолютно другой голос. Что придумываешь? Я просто не ору обычно, понимаешь? Не другой. Бля, чуваки. Ладно, давай. О чем ты думаешь? В жизни множество загадок. Их так все делают. Да не специально. Ты манера речи, слова паразиты. Вот все вообще. Все, что можно. Если ты с чуваком разговариваешь там больше полутора часов в день, например, то, скорее всего, ты очень много нахватаешь на себя. Но нужно следить за этим. Потом это отваливается со временем, не страшно. Так и вышло. Так уже так и вышло, наверное, сколько там? Миллион лет назад. Чего вы там придумаете? Не так это работает. Это я копирую и упала на пол. Давайте не будем подменять понятия. У меня есть вопрос. Существо продолжает смотреть на вас пустым взглядом. Задавай свой вопрос. Как мне отсюда съебаться? Созерцаю. Не знаю, что делать. Бикоз, да. Бывает такое. Понял, Джон? Понял, Джон. Хорош, бати. Но это по лезвию уже, по лезвию. Мне пора. Всего доброго. Дан. Давай отсюда попробую заюзать это говно. Пытаюсь... Неплохо, неплохо. Это не так.
Это не так, Мефистофелис. Не надо опять инсинуаций ваших. Не, пытаюсь вспомнить, сколько я упала на пол, хватался. А, скажу. Легчайшая, я вообще так не говорил раньше. Чё еще было? Теперь постоянно обужу. Ну что там еще было? Хорошо, что хотя бы кек не было, я старался. Ван, давай играй. Ну, не работает подвигать ручки. Чего я сделал-то, Бадди? Ну не работает, пацаны, блять, ну не выйти отсюда. Ну ты что, угораешь, что ли? Помогите, пожалуйста. Помогите. Нет, у меня, я не знаю никаких дотеров. Что еще? Я в говне еще очень хорошее выражение, не правда ли? Вот прям великолепное. Это много всего. Двумя маленькими крылышками приветствую. Но это то же самое. Здравствуйте. То же самое, мне пора идти. Ну давай я всех прокликаю, на всякий случай. Прокликиваю. На тот случай, если есть еще какие-то. Приветствую. Здравствуйте. Кто ты? Мы Мадрон. Еще вопросы? Что это за место? Рубикон. I'm gone. Такое себе, да. Вот это, кстати, бля, это, кстати, тоже. Ну, по-моему, это много кто, короче, обузит. Done. Но я это, по-моему, тоже от упала на пол подхватил. Что, мы опять, что ли, в юботов накрутили? Блядь, да ты угораешь? Не-не-не. Из тебя летабнулся. Ну это было, ну я не знаю, что делать. Да помогите, ну вы что, люди вы или звери? Вы же знаете все. Ну кто-то точно есть, кто знает, я знаю. Ну мне не выйти даже отсюда элементарно. Alright. I'm gone. I'm gone. Семь ботов, серьезно? Done. Не, таких бандов не бывает, чуваки. I'm gone. Ну, понимаете, да, вот игры будущего. Я не знаю, идти куда. Я не знаю, что делать. Я не знаю, с кем поговорить. Тут 2 на 2 метра по помещению. Я с табом прохожу, смотри. Ну куда идти-то? Ну ты что, бредишь, что ли? Ну как мне сделать? Поговорить с кем-нибудь? Чангу, обычно 10. А что, нет, давайте, не-не-не, расход. Это какая-то ошибка. Наверное, кто-то просто в браузере оставил меня. Alright. Не надо мне столько, нет уж, спасибо. Есть варик, что первый в ру-сегменте по торменту на Твиче. Кажется, звездный час, звездный час. I'm gone. Да не, меня просто не было давно. Надо опять пропасть, короче, на неделю. И вот, все. Минута славы моя. Теперь буду думать, как держать, удержать. Чуваки, двери закрыты. Я, ну что, ну, может быть, вот здесь нужно прям заюзать эту штуку. Вот в центре, может быть, меня обратно хотя бы перенесет, нет? Соломон, ты что такой охуевший сегодня? Давай-ка поговорим с тобой. Подвигать ручки. Может быть, это меня отправит, да? В мире. Или даже в мирах. Что за чувак? All right. Чувак. I'm gone. The name. Вы можете сказать, что делать? Пожалуйста. Вы же знаете. I'm gone. Ну как выйти-то хотя бы? Скажите, я не прошу невозможного. Я не прошу. Бля, нормальная тема. I'm gone. Я не хочу эти ваши врата Баудеров. I'm gone. Ooh, this place stinks of oil. Чё вы говорите, Нейм? Обогнал Тян, что? Вы у меня уехали просто. Бля. А, обогнал Тян, всё, я понял.
Не по прохождению, очевидно, да, совет? I'm gone. Ну все, игры будущего, в 20-й раз-то повторю. I'm gone. Ну вот видите, здесь закрытые ворота, но... Ну как мне с ними интерактить, что мне делать? Линзы есть. Ну а как с линзами? Ну что линзы-то? Ну линзы. Их использовать я не могу. Одеть я их тоже, по-моему, не могу. Alright. Ты угораешь, что ли? Это какой-то зачарованный лес? Да как он может случайно генериться? Done. Подожди, а вдруг правда? Да не может быть. Генерься. Не. Alright. Ну, блять, мне помощь нужна. Right. Да, кстати, почему-то нет отдельно Enchanted Edition. Да не, Арканум надо проходить, но... Вначале бы Торминт пройти, это все такие планы. Так я уже обошел каждую комнату, которая здесь есть, по-моему, нет? Ну вот серьезно, если... I'm gone. Я просто вернуться не могу, понимаете? I'm gone. Ладно, кое-что по работе. Поиграй с куклой Мадруны. Каждый из кубрит тебя ждут от одного до трех противников, которые охраняют выходы в другие залы. Убив противников, ты наконец попадаешь в зал с несколькими мадронами. Тот, что в центре, работает у них инженером, а ты тупой невнимательный долбоёб. Нахуя ты вообще играешь в такие игры, если ты тупой? Всё, кажется, гайд помог, чуваки. Нашёл инженера. Спасибо за помощь. Нет. Ну как, блять, ну как понять, что это мадрон-инженер? Ну войдите вы в мое положение. Здесь стоят мадроны. Ладно, один по центру. Ну назови его, блять, по-другому. Я понимаю, что он мадрон. Да они все мадроны, что они коллективный разум, они мадроны. Так и написано, да. Вы видите куб с двумя руками, двумя ногами, двумя маленькими крылышками. Спереди у куба живое лицо. Когда вы подходите ближе, существо фокусирует на вас взгляд. И реплики те же самые сначала. Это точно инженер? Приветствую. Здравствуйте. У меня есть вопросы. Не инженер, по-моему. Чё, если какой-то Михаил токсичный, да. Мефистофелис, можно узнать, за какими мне хуями с ними говорить? Я, по-моему, поговорил практически со всеми. Вот у того, кто справа стоит, отличные реплики от остальных. Это я помню, кажется. Или это все-таки не инженер? Ну-ка, подожди. Вот у этого отличные реплики. Да? Есть вопросы. Угу. Он не говорит со мной. Почему? Может быть, так? Положить куб. Приветствую, здравствуйте. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Созерцаю, обдумываю. Отвечаю на твои вопросы. О чем ты думаешь? В жизни множество загадок. Есть еще вопросы. Что ты такой? Наша раса называется Мадрон. Мы происходим из плана порядка Механуса. Что ты можешь рассказать о Механусе? Место хранения законов. Огромного количества законов. Очень структурировано. Звук его голоса сменяется молчанием.
У меня есть несколько вопросов. Я разговариваю со всеми, Мефистофелес. Тут я абсолютно чист, кого я вижу, я, разумеется, разговариваю. Ситуация в том, что в любом случае, но ключевые NPC, они должны быть... Именными они должны быть хотя бы. Ну, то есть... Ну, ладно, нормально, механусы же, у них нет, наверное, никакой четкой иерархии. Хотя, не знаю, инженер — это уже что-то. Мне пора. I'm gone. Ладно, давай с тем, что по центру. Ну, попробую просто прокликать опять. Пара вопросов. Кто ты? Мы мадроны. Да, мадроны, мадрон. Мы мадрон. Если у вас нет имен, как вы отличаете одного мадрона от другого? На минуту воцарилось молчание, пока мадрон обдумывал ваш вопрос. Мы знаем, мы мадроны, мы часть общности, так же как ты отличаешь ладонь как часть руки, так и мы отличаем каждую часть целого. Что до тебя, индивидуалист? Я... Мадрон выглядит смущенным и на секунду прерывается, жжение наполняет комнату, но быстро переходит. Мы мадроны, мы часть целого, целое мадроны, другого нет. Ну что, как он понял, что он индивиду? Все, ладно. Что ты такой? Мы мадроны, мы квадроны. Что значит квадрон? Внутри нашей расы мы идентифицируемся как тип квадрон. Что тогда такое мадрон? Мы мадроны, название нашей расы. Тогда что такое квадрон? Мы квадрон. Ты же сказал, что вы мадрон. Мы мадрон. Тогда что такое квадрон? Мы квадрон. А мадрон, блять, может он сейчас перегреется и взорвется к хуям, блять, заебало это уже. Извините. Есть еще вопросы. Что это за место? Здрасте, Юрейс. Это проект постройки подземелья Рубикон. Что это на самом деле такое? Когда мадрон отвечает вам, он начинает издавать мягкое гудение. Рубикон. Цель проекта — определить динамику социальную и асоциальную, создать окружающую среду, построенную в виде подземелья, попытаться объяснить отклонения, характерные для данной среды. Я не могу дать пизды мадрону, потому что это не мой ролеплей, очевидно. Вот... А, ладно, забудь. И как вы собираетесь это сделать? Рубикон способен формировать серии помещений, связанных таким образом, чтобы образовать то, что более известно под названием подземелье. Каждое подземелье может иметь один из трех уровней сложности. Легкий, обычный или сложный. Затем подземелье населяется монстрами, ловушками и сокровищами, согласно выбранному уровню сложности. После сотворения подземелье может быть полностью исследовано. Ну я понимаю, все это к подземельям, блять, к драконам, это как все хорошо, но зачем это здесь? Я не очень понимаю. Манзабей. Что это за гудение? Рубикон, высшее достижение и прерывается. Я, мы довольны. Неплохо, Мефистофелес. Что ты сказал об отклонениях? Вопросы без ответов, что влечет людей в подземелье, почему туда идет больше народу, чем больше там опасностей, почему тут подземелье на первом месте, какова динамика работающего подземелья, мы не понимаем, я не понимаю. Любопытно, я бы пошел в одно из подземелий, так я сейчас-то что, не в подземелье, что ли? Проходит значительная пауза, прежде чем мадрон отвечает. Запрос отклонен. Проект остановлен ввиду происшествия. Какого происшествия? Конструкция подземелья стала нестабильной. Причина не ясна. Возможен коллапс. Причина не ясна. Линза портала отрезала связь с планом Механус. Причина не ясна. Необходима перезагрузка. Так почему бы не перезагрузить? Перезагрузка должна быть произведена директором проекта. Директор проекта стерт. Линза портала сработала неправильно, отрезав контакт с Механусом. Не можем переписать директора с Механуса. Перезаписать директора с Механуса. Нормально, нормально. Дай-ка мне подумать, то есть вы не можете перезагрузиться без директора, а директора получить без перезагрузки?
Мадрон, кажется, озабоченным, начинает подергиваться. Оценка верна. Проект остановлен. Но видите что, вот нахуя это здесь? Я не очень понимаю, нахуя здесь столько подземелий и драконов? То есть, вот я понял, блять, с первого раза понял. Я понял про что, но зачем вот это, то есть? Я считаю это уже лишним, если понятно, о чем идет речь. Иди нахуй, я не буду это говорить. Помещение наполняется жужжанием, которое внезапно стихает. Помощь принята, ты новый директор. Переход к следующей задаче. Перезагрузить подземелье? Начинаю перезагрузку. Комната наполняется тихим гудением, которое можно скорее ощутить, нежели услышать. Сворачиваю существующие подземелья. Шум набирает силу, пол начинает вибрировать. Загружаю новое подземелье. Шум усиливается так, что кажется, что ваша голова сейчас взорвется. Внезапно все стихает. Перезагрузка завершена. Уровень сложности подземелья легкий. Жду дальнейших указаний, директор. Наверное, поэтому. Да тут дело-то... Короче, этого много. Игра серьезная, ну вы понимаете. Ну и что я сделал? У меня есть вопросы. Чем конкретно располагает Рубикон? Вы что, угораете вы это или что, я просто... Квадрона сложнее будет, это нужен второй такой же, еще, то есть, не умею считать. Повысили. Пик. Рубикон способен формировать серии помещений, связанных таким образом, чтобы образовать то, что более известно, это было, блять, долбоеб или нет. Этого не было. Вузика. Чтобы образовать то, что более известно под названием подземелье. Каждое подземелье может иметь один из трех уровней сложности. Легкий, обычный, сложный. Затем подземелье населяется монстрами. Это было, да или нет? Что за альтернативные возможности? Рубикон может создать проход в другие участки, временно подключаясь к известным существующим порталам. Этот эффект известен как линза портала. Это позволяет использовать портал с помощью Рубикона, не подходя к местоположению портала. Здорово, Трион. Пик. То есть, если я знаю портал, я могу попасть туда, куда он ведет? Сюда. Правильно, директор. У меня есть еще вопросы. Кажется, я нихуя не понял. Я хочу использовать линзу портала, чтобы отправиться куда-нибудь. Скажите назначение, директор. Ладно, выйти я отсюда могу, да? Это пока все не стоит. Да стой ты, говна кусок. Есть ли еще какие-либо опасности, связанные с Рубиконом, которых мне стоит опасаться? Нормальная тема, Юрейс. Я так же обычно. Да, директор, не отделяй никого из своих компаньонов во время пребывания в лабиринте. Если лабиринт подвергнется перезагрузке или выбору нового уровня сложности, любой оставшийся в нем будет убит. Я понимаю, я не буду выгонять никого в лабиринте, что-нибудь еще? Да, директор, не бросай предметы и снаряжение в лабиринте. Если лабиринт подвергнется перезагрузке или выбору нового уровня сложности, любой оставшийся в нем предмет будет уничтожен. Я не буду бросать ничего важного, есть что-нибудь, что я должен знать еще? Нет. Я хочу сотворить подземелье, чтобы исследовать его. Легкий уровень сложности мне не подходит, изменить сложно. Сворачиваю существующее подземелье. Комната наполняется низким ровным гудением. Загружаю новое. Подземелье сгенерировано. Жду дальнейших указаний, директор. Пока все. Бля, ну меня там заебут или нет? Ну и чего? Да. Да не умру, наверное. Я же сильный. Да. Еще какой-то мадрон, я с тобой разговаривал. Это было, да? Нет. Приветствую. Существо смотрит на вас ничего не выражающими глазами. Приветствую тебя, искатель. Блять, лучше, чем приключенец, наверное, не правда ли? Добро пожаловать в Рубикон, в модель пещеры. Спасибо, что выбрали Рубикон для посещения пещер.
Ладно. Вы можете войти в Рубикон через эту дверь. Что такое модель пещеры? Ты что, заморгала глазами, но не подала никаких признаков того, что услышала ваш вопрос? Что такое Рубикон? Ой, неважно, пошел в пизду. Его занесли. I'm gone. Да. Наверное, если есть какие-то игры из разряда Must Play, то это вот она. Но я, если без шуток. По ряду причин. Очень опасный конструкт. Вы видите механического человека? Бла-бла-бла. Приветствую. Ну, очень опасный. Ну, они просто что они мне скажут? Ладно, существо склоняет голову на плечо и вопрошающе на вас смотрит. Почему ты продолжаешь спрашивать нас? Я не понимаю. Чё, охуел? Откуда ты? В смысле? При чём здесь синий круг, а? 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 Хватит выслеживать меня. Всегда есть шанс, что я могу хоть что-то узнать. На мгновение отворачивается в раздумье, возвращая к тебе взгляд, он кивает, соглашаясь. Да, я считаю это истинным. Давай, я позволю тебе узнать боль. Давайте, боль это по мне очевидно. Ну чё? Очень опасный конструкт, вот он прям очень опасный, прям вот нужно опасаться его. Я ж не знаю. Давай пока что так, как-то мне кажется, не умру, а может умру. Бля. Не закликается, нет? Нет, тут нужны спелы. Отклеиваются. И там тоже. Ты видишь, что ли, обои мои, че, угораешь? Отклеить. Либо новые купить. Ну, не знаю, мне всегда казалось, но для меня в меньшей степени фалачи были мастплейны, если сравнивать с Торментом. Ну, без фалачей я бы прожил. Но они, наверное, тоже важны. Важны. Ну, смотря, что ты хочешь получить. Я всегда прохладен к фалаутам был. Ну, чё? Наверное, время спелов, да. Я, правда, драться не умею, это проблемой может быть. В смысле, я уже делал когда-то ремонт в комнате, что-то больше не хочется. Ну, всякие дерьмовые Big Zap книги в шкафу. Еще там заслуживающего внимания точно нет. Всяческая ненужная нахуй художественная литература. Только в печь такие вещи. Ну, не, надо кастовать, но, бля. Ну вот как с ними драться? Может быть просто уйти отсюда? Может быть не надо было на суперсложно? Я так понимаю, что я просто смогу здесь гриндить? Да, что-то в этом роде. При этом бесконечно. Может у них какой-то реворд будет клевый? I must be hallucinating all this. Блять, ну вот... What do you wish of Ignis? Он не будет его ешить? Нет, ищи огни. Налагай бла-бла-бла в радиусе... Только на врагов, то есть я не совсем знаю, как здесь боевка работает, понимаете? Hi, what? I'm listening. Целую его. Знаю, где он. Блядь, что-то они жесткие, короче, да? Зря, наверное. Ладно, забей. Не умею драться, дай железный кулак. Unreal Tournament очень хорошая игра. Нет. Блять, ну как спать, смотря как ты через призму чего ты рассматриваешь, в принципе, игры. То есть, если ты рассматриваешь игры как какое-то важное, какая-то важная для тебя часть жизни, какая-то важная часть поп-культуры и так далее. Ну, очевидно, что нет. Фалач, он красивый сейчас. Фалач нормально играется. В Фалаче много интересных диалогов. Ну, боевка говно, например. Безнадежно устаревшая, ненужная.
впрочем, как и здесь. Ну а юмор, не знаю, но там же много всего, видите, там как бы фалач, что он... Он фалач, потому что в нем сеттинг удивительный. Свежий вот этот ваш вот... Этот ваш ретро-футуризм. Это же все такое любопытное. Ну, для меня просто лично, с моей колокольни, но для меня Торрент, разумеется, больше интересен, нежели фалач. Хотя фалач, ну, мне понравилось. Я не могу сказать, что меня в восторге вызывало. Ну, приятно для разнообразия, если ты берешь второй фалач, ну, как бы он реально хорош, потому что... Не знаю, там диалоги, там много всего этого, там любопытно, там какая-то вариативность. Ну, как бы, когда у тебя, в принципе, жанр, скажем так, ролевых игр безнадежно деградировал, на мой взгляд. Наверное, приятно. Ну, просто, не, фалач, а RPG-то он неплох. Да. Ну, пёрка не хуже тройки, но потому что тройка тоже говна кусок. Смотря это как судить, всегда сложно оценивать что-либо, ну... Там хотя бы эксперимент был, там хотя бы какой-то был перевод во что там, ну вы понимаете. От первого лица в шутер. Это такое. Сложно все это. Ну просто если какие-то вещи, похожие на фалач, мне кажется, проще найти, то вот что-то похожее на Торрент, мне кажется, это вообще вещь штучная. Вот правда. Абсолютно какая-то уникальная. Понятно? Наверное, если бы там какие-то еще части выходили, так бы не казалось уже. Но пока это кажется чем-то прям супер таким, как правильно сказать, значимым и рарным. Хотя, может быть, я хуйню несу. Скорее всего. Да какие там возможности давала игра-то, блядь? Стрелять, рандомить критами или что? Я не понимаю, какие возможности? Это безнадежно. Мне больше всего нравится, когда мы рассматриваем, короче, фалач. Мне больше всего нравятся разговоры про пошаговые бои. Вот, блядь, налетает петушни вот этой вот псевдо-аутфагов, которые, блядь, учат себя, насколько я люблю пошаговые бои. Играй в Крузис, быдло. И при том люди, которые вообще не понимают о пошаговых боях, нихуя, блядь, ровным счетом. То есть для них это пустой звук. То есть я не понимаю, что там система укрытий, какие-то интересные пошаговости. Я сам обожаю пошаговые бои, но фалачи они да говно, блядь. Вот говнище говна. Понимаете? Это так просто, если... посотрясать воздух. Но есть такие вещи, как XCOM. Это не уныло, это интересно. Смотря где это интересно. В каких-то японских RPG, в каких-то еще вещах. Это можно интересно реализовать. Неважно как. Либо какой-то интересной тактикой, либо какими-то интересными комбинациями скиллов, либо просто элементарно красивостью какой-то, красивыми эффектами, феерией вот этой вот. Если мы про японское что-то говорим и про пошаговость типа. Ну вот еще не могу про Нуминеру сказать, но надо будет поиграть потом. Какая разница, у тебя все равно там много боев. Ну не, ну как? У тебя там боев много. Я, естественно, буду сравнивать, потому что там дерьмовые бои. Как бы я-то к этому готов, потому что для меня игра не про это. Это вот догонку о том, вот как игру оценивать как. Играется фалач как говно, что я могу сказать, в плане геймплея. Но в целом вся эта, она красивая, там клевая музыка, персонажи, диалоги, какие-то фракции, в целом вот этот вот концепт. Плюс еще накинь туда год выхода, накинь значимость в целом для игр и для поп-культуры опять-таки для какой-то. И у тебя получается, ну, пиздатая игра. Это вот совокупность всего уже такого, а не просто, что она там, ну вы поняли, короче, забейте. Я играю в PUBG, да. Ну как бы она играется нормально в плане того, что Десаун, иди в пизду, короче. И геймплейна-то она устаревшая все равно. Играется она гладко-то, то есть в нее можно играть. Ты понял. Короче, бои-то там говно. Все, ладно, забудьте. Видимо, провалилась школьная аналитика.
Это не связано, по-моему, с поп-культурой никак, нет? Я просто не знаю. Все связано, да? О, конечно, я, видимо, теперь во все хорошие игры буду играть. Вот пуп есть, если все будет нормально, то, видимо, вот уже и второй Дристон не за горами. Но я могу сказать одно, что в мои планы, я, кстати, отъезжаю, в мои планы это не входило, но теперь я уже Мефистофелес ко всему готов. Короче, да все, давай это самое, мгновение школьной аналитики. Нужно всегда вот не ударяться в какое-то, что там, псевдо вот эту вот аутфажность. Нужно стараться понимать, действительно, игра хороша сейчас или нет. Понимаете? Это очень важно. Ну, то есть, блять, вот всегда в пример можно привести. Если ты берешь какой-нибудь обрыганный, дерьмовый, тупейший рисованный квест, типа Депонии, хотел сказать, ну, может быть, в ней что-то есть, я не знаю, и говоришь, бля, классика, вот эта игра так игра, вот я как вот фак ее люблю, и получаешь какой-то вот тот же ненужный point-and-click, который, они, point-and-click хуёвый жанр, вот этот квест-то, он не нужен такой, и он не должно в таком виде его быть, он скучен, он неинтересен, сложно сделать хороший point-and-click, и, типа всякую алогичность пазлов и пиксель-хантик ты оправдываешь... Типа тем, что эта игра для утфагов, а не для вас, казуалов. Это плохо. А вот внести что-то новое, осовременить при этом... Как, блядь, возродить жанр, что ли? Ну как вот, например, в случае с XCOM 2. Который великолепно, ну в смысле, вы поняли, с перезапуском XCOM и с XCOM 2 перезапущенным. Она современная, она красивая, она интересная, она потрясающе играется геймплей, она великолепная, это великолепная игра. Да? Так, бля, ну, я говорю, я доволен, что я прошел Fallout, и я получал удовольствие, и мне нравится, что я его прошел. Каких-то восторгов особых, ну, я не могу сказать, что меня вызывало, но мне нормально было. Вот, боевка Диабло тоже очень хороша. Абсолютно. Вот за клики я больше всего люблю. Кликеры. Короче, ладно, все это такое неважное абсолютно. Баланс in all things. Ну, в смысле, он однообразный на устаревшем движке? Нет. Там великолепно реализована механика каких-то пошаговых боев в целом. Я лучшей реализации не видел. Она интересна, она динамична, она увлекательная. Ну, то есть, мне кажется, что нужно незаурядным талантом обладать, чтобы вообще так сделать. В любом случае, при том, когда у тебя... Ну, все-таки, как сказать, наверное, много кому нравятся пошаговые бои, но когда ты делаешь реально полностью коммерческий продукт, который должен охватывать как можно больше всяких социальных групп, возрастов и прочего, все равно в нынешних реалиях сделать ставку на пошаговость, но я бы считал, что это немного даже смело, что ли. Потому что, бля, лучше какой-нибудь шутер ебливый запилить и бабок собрать тоже. Нет? Может быть, нет. Все, ладно, хватит. Как же я анализирую, чуваки, сам не понял, что сказал, бля. 4К, нихуя себе. Можем мы просто заковырять его, нет? Да хуй ты стоишь-то, дебил, блядь. Ну и зачем мне все это? Свиток опознания, лол. Леденец. Ну, да Pre-Sex to Win тоже, видишь, это все постоянно находится на качелях на каких-то. Вот у тебя Pre-Sex to Win, Pre-Sex to Win. Потом там какие-то наоборот выходят продукты, которые делают типа ставку на сложность, притом тоже массово ориентированные. Ой, не знаю. Все равно у тебя, ну как бы, блядь, целевая аудитория, на тех, кто кого рассчитан, она все равно пресыщается быстро тем или иным. Ты не можешь ее постоянно одним и тем же закармливать. Мне казалось бы, что сейчас наоборот будет тенденция, если мы берем реально трипу какую-то. Ну, Pre-Sex to Win уже не очень актуален, потому что всех заебало. Alright. Плохо. А я не знаю, короче, чуваки. All right.
Че ты доебался до меня, Михаил, сегодня? Че я сделал тебе? Ну она не мобоподобная, это тоже не, но пупка, очевидно, что это огрызок уже другого немного. Того, что в свою очередь правильно отпочковалось от каких-то сувайвалов, да? Все-таки это сессионка, но с мобой там еще же общего нет. Это такой оказуаленный, как сказать, блять, милитаристский сувайвал, да? В смысле, бля. Пупк. Нормальная игра. Она, кстати, чувак, у меня с браткастером он не работает. Once went dance. Это откуда было? Это чувак, короче, из GTA. Это же карта. Это же режим. Все, ладно, чуваки. Я устал. Он, бля, игнорирует свое существо. Смогу я еще кого-то нагнуть? Я не хочу в этом лабиринте быть. Абсолютно не хочу. Ну, тем, что это не моба все-таки, а сессионный шутер какой-то. И это тоже Михаил, это тоже Михаил. Ой, чуваки, ну что, просто свалить отсюда, да? Попытать счастье в другом месте. Пойдем отсюда в пизду. Я не знаю, зачем мне это. Это просто гринд какой-то бесконечный или что. Ладно, я насрать. Вот зачем мне этот лабиринт? Он мне по прохождению может помочь или нет? Бесит. Все, я понял. Надо проходить. Done. Right. Ладно, давай. Ну здесь, конечно, отдыхать невозможно, да? Ну, кстати, не лишено смысла. Не, ну подожди, сувайвы уже до этого были. Ну, Майнкрафт, да, изначально все-таки. Ну, как мне казалось, поскольку я играл еще там в пре-альфа, ну, грубо говоря, Майнкрафт, он все-таки менее был на креатив и более на сувайвы, как мне казалось, тогда. С тем инструментарием, который был у тебя в руках. Но потом все равно он все-таки скатился больше, но вы понимаете. Ладно, давай просто все спамить или че, я хуй знаю. Еще спелы какие-то должны быть. Давай сразу же всем из всех орудий. И странная здесь боевка, я к ней никогда, наверное, не привык. Нормально привык. Ему вообще, то есть ему настолько поебать на то, что я делаю. Сложно же, ну че ты хочешь-то? Вызов молнии, ну давай дальше в него все спамить. Не, ну а при чем здесь? Ну все-таки, подождите, не надо ММО, оно, блядь, не имеет ничего общего с сенной дресней для дебилов. Я слишком, видимо, люблю этот ныне почивший жанр практически, чтобы ставить его в один ряд даже с хорошими образчиками какого-то сувайвала совместного, типа арка. Все-таки это другое, там совсем другие масштабы, там и тебе не нужно там пиздиться постоянно. ММО это у тебя миры, грубо говоря. И ты занимаешься тем, чем ты хочешь. Или не хочешь, да? Этими миллиардами. Майнкрафт скатился уже не.
Да? И нет. Просто ММО, оно же отдельно где-то там развивается. Оно не связано с тем, что сейчас происходит в целом. И мы говорим про какие-то пупки и прочее говно. Совсем другая опера, на мой взгляд. Все-таки. Ну вот поэтому, в частности, да, благодаря сессионной хуете для дебилов, ну, и все-таки, ну, я склонен винить эти игры в том, что ММО, все-таки, никто им особо не хочет заниматься больше. Это невыгодно. Тебе делать какой-то, ваять там мир, придумывать какие-то квесты, представляете, какая-то работа, классы есть, ты можешь просто какую-то сессионку выкатить и все, и оставить ее. Прогнарёк в ультиму. Да были нормальные ММО. Была вот Архейдж, на самом деле, она, я считаю, недооценённой игрой. Она красивая, она интересная. В ней были поступления в сторону того, чтобы быть хорошей. Такие там по социализации персонажа, еще про что-то. Такие вещи важные, но... Да, Рагнарёк для педиков, да? Да ты заебал, сфера вон там выходит, сфера 2, наверное, хорошая очень. Да не, сфера это что-то вообще лютое. Да не. Я говорю, когда мы говорим про ММО, я всегда нехорошим словом поминаю Вов, потому что... Я во многом виню Вов в целом с вектором, вот еще... векторе развития дальше ММО после Вова. Потому что мне всегда нравились корейские гриндилки для дебилов. Да, мы даже недавно играли какое-то время в Архейдж. Не Архейдж, но они не дожали. Они сделали ее удивительно красивой. Они сделали очень много интересных вещей, которые... То есть, вот как реально вот развитие ММО прямо. Домики, вот эти вот поселения, профессии, это очень хорошо. Правда, хорошо. Я не знаю, для меня... Да, Вов, он просто абсолютно, не знаю, как это правильно сказать, задал хуёвый вектор развития в целом. Ебучее ПВЕ, блять, как это называется, гринд в данжах, полностью отсутствие какой-то социализации нормальной, вообще очень странный геймплей. Ну, то есть по данжам ходить, еще какое-то говно помешанное на ПВЕ, и это ужасно, правда. Да не, наверное, там она бы и сама бы потянулась уже в никуда, потому что станс, конечно, отсутствие фри ПВП. Да не, Black Desert это вообще, блядь, колоссальное разочарование. Она могла быть не говном у нас. Black Desert лютая сранина тоже. Да и ладно уже, какая разница. В любом случае, не думаю, что я бы сейчас созрел на какое-нибудь ММО. Разве что вон в Albion Online нужно играть. Ты, кстати, Albion Online-то не говно на самом деле. Секрет большой. Ну, скорее всего, не говно. Да и EverQuest тоже, конечно, не образчик, но... Ну, мне сложно говорить. Я всегда любил, когда тебя вытрачивают. Мне всегда нравилось отношение игры. Я всегда говорю, вот на примере какой-нибудь Lineage. Когда игра тебя за руку не ведет, у тебя что-то не получается, пошел нахуй. Все, вот это подход. Но сейчас такой подход уже никому не нужен. Короче, все это не ко мне. Я не знаю, как тут проходить. Да чё кставать? Вот чё кставать-то? Я даже что эти спелы не знаю. Ну давай молнию на какую-нибудь прокинем. Вот самая ужасная боевка, которую я вообще видел хоть где-то, серьезно, я не умею. Просто не умею. Я не представляю, что мне дальше потом делать. Типа просто выспамливать всё? Блять, сложно всегда говорить. Всегда вот два лагеря вот этих. Но я считаю, да, мне корейские гриндилки больше импонировали, потому что я всерьез полагаю, что их подход, как бы это правильно сказать, он более склонен нашему менталитету. Там какие-то сложности, блять, там какие-то трудности, там ты получал пизды, нет? Ну, если мы говорим про Lineage, конечно же.
Но потом в целом же все пошло в сторону оказуаливания очень сильного. А при том, зачем это нужно, я не понимаю. Ведь наоборот, пиздато, типа, что-то добиваться долго. В этом и смысл какого-то манечкинства в целом. Ты выдрачиваешь, и вот этот тут каждый гейм, типа, чтобы тебе давался болью и потом. Шмотки, чтобы было крафтить заебано, качаться заебано. Здрасте. Ох уж эти... Да, всегда любил с детства Эго Мефистофелес, клановые драмы. С какими-то быдло мужиками, некрасивыми женщинами, которые что-то выясняют. Тут прям как сыр в масле катался. Ну, смотря как. Я считаю, что ММО нужно полностью за свое время уделять на то это ММО. Вот поэтому этот жанр не нужен никому. Вот поэтому и нужны сенные зарубы. I had to wake up from the dead in a place like this. I hear your words. В любом случае, ММО это, я считаю, ценный опыт. Надо поиграть, пацаны. Но я очень доволен, что в тот момент, когда one всякие ебалаи играли в какой-нибудь обоссанный CS, какой там, в CS, какой он там был, я хотя бы в Lineage играл. Ну, Terra это вообще ужасное говно на самом деле. Это вот именно про это и идет речь, когда ты говоришь про какую-то, не знаю, стагнацию ММО. Terra очень странная, я играл в Terra. Terra красивая, но она вообще странная, она вся странная. Там много локаций, но ты типа выкачиваешься на тот момент, когда играл. В кап ты быстро выкачиваешь, практически чуть ли не мгновенно. Локаций у тебя даже нет, короче, вплоть до того, что у тебя, типа, то есть качаться больше не нужно в играх. Ну типа гринд все это для быдла, вы не понимаете, гринд говно. Но вот намного пизже ты берешь ебливый квест, ты просто галопом по локациям проносишься, а локаций там много красивых, какие-то пустыни, леса, тебе их даже рассмотреть не дают. Ты просто проносишься по локациям, выкачиваешься в капы и, видимо, идешь нахуй, потому что на капе делать нехуй. Ну как бы, вот вторая проблема. Мы плавно подошли к второй проблеме. Эндгейм в ММО. Очень сложно реализовать эндгейм. Никто толком не умеет его делать. То есть ты выкачиваешься в капы, как правило, ты приходишь к тому, что делать нехуя толком больше. И очень сложно увлечь игрока на этом этапе. Guild Wars такое. Guild Wars такое. Да, я вот хочу, чтобы как раньше, чтобы было, чтобы долго качаться, все сложно давалось, постоянной пизды получаешь везде. То есть обязывает тебя игра сбиваться в какие-то группы, с кем-то контактировать, потому что иначе, ну это надо. Только это поддержка была. То есть вот это вот пиздатое, если мы берем, просто рассматриваем концепцию, мне просто особо сравнивать нечего, какой-нибудь ранний Lineage, вот ты, блядь, оказываешься в игре, грубо говоря, тебе ничего не объясняют, тебя за руку не ведут, и все, ты либо с кем-то джонишься, ищешь себе каких-то соратников, с кем-то знакомишься, с кем-то фармишь, вступаешь в какие-то гилды, чтобы какую-то оказывать поддержку взаимную, либо ты идешь нахуй, потому что в соло там нечего делать. И все, ты сразу же, то есть обстоятельства так складываются, что ты не можешь чилаутно там ходить, все. Тебе нужно с кем-то контактировать, все. Да. В смысле, бля, Соломон, мне кажется, пиздить буду я тебя. Девять за гаражами. Да БГ это все отвратительно. Фри ПВП, теряешь эксп, теряешь шмотки. Ты должен чувствовать убийство, и ты должен чувствовать, когда тебя убили. Все должно быть жестко, я считаю, но на это не пойдет никуда. Какие-то вонючие обезличенные инстанции, обезличенные батлграунды, какие-то тоже инстанцевые арены. Это все, мне кажется, настолько чем-то ерундовым, вот правда. Но в этом же было что-то, просто на это не готов никто, это я Биг Зепу говорю. Будто бы никто сейчас на это не готов. Ну просто у меня до сих пор какие-то есть там воспоминания, ты там фармишь что-то, какой-то рецепт долго, чтобы что-то собрать, ты хочешь, блядь, владеть вещью, ты хочешь обладать, ты вкладываешь в нее много усилий, то есть человека часов, грубо говоря, подписываешь чуваков, либо договариваешься, чтобы тебе фармили, либо бабки фармишь, потом ты обладаешь этой вещью, и, блядь, тебе пиздато, ты получил что-то, ты вложился и ты получил что-то. А не то, что ты все и так получаешь, как бы, что вообще? Не знаю, что это такое Гэвич Краун. Какой Skyrim? Skyrim не ММО пока что.
Вы, наверное, говорите про Тес, он Лина? Ладно, хватит орать, наверное. Вообще, конечно, по-хорошему, раз об ММО зашла речь, надо бы Альбион посмотреть, но... Что вдрачивать в ММО сейчас это такое. Ну что, что делать-то? О, не знаю, нет, ну там... Сложно сказать, бля. Сложно сказать. Все, просто сложно сказать. А ты знаешь, Соломон, что, кстати, по поводу проплаченного и непроплаченного, приколюха заключается в том, что Альбион-то не говно ни разу. Вы это имеете в виду весь с этими вашими проплаченными стримами. Ну, то есть, блядь, может сложиться впечатление, что Альбион это говно для дебилов, то это совсем не так. Это действительно заслуживающая внимания вещь. Нет, что-то Котор... Бля, да я слишком ЗВшку не люблю. А, наверное, играть, да, надо? Можно немножко поиграть, да? И нельзя. Ну как? Вот как я сейчас буду драться? Я не понимаю, не сильно, ладно, я... Надо какие-то спелы сейчас прокастать. Все такое долгое, ну серьезно, какие-то улики. Просто вот голова реально кругом идет. Нужно бы как-то взяться прям на супер свежую голову, чтобы я был супер бодрым и нормально играть, а не пиздеть. Как сейчас мне куда эти спелы прокидывать? Никого не выделить, и все, никакой нормальный, даже лога нормального нет. Но есть журнал, конечно. Тут донат за косарь, да. Да, вот Dota и либо в CSGO. Я уже говорю, все идеальные игры созданы, короче. Карты, танки, сессионный шутер и моба. Еще гонки какие-то нужны, наверное, тоже есть. One foot in the grave, the other in hell. I wonder what it was I said that made death reject me. Не, надо сваливать отсюда. Потом вернусь. А он сдох, да? Да? Да. Пойдем отсюда. Что это за улики? UFS очень хороший. Ладно, пойду отсюда. Root Rush. Right. Хорошая, хорошая, да. Почти ММО, да. Как и пупк. Right. Как и Dota. Там же много игроков. Alright. Ну это все было, приветствую. Залип. А как вернуться-то из... Депортироваться я как-то могу. А, это не тот Мадрон, все. Умный. Alright. Так, а если я себе сгенерю сейчас легкий уровень, то что будет? Right. Или ладно, пойдем пока на выход, я все равно смогу вернуться. Ну вот как телепортироваться? Можно мне, пожалуйста? Изим. Вообще, конечно, нужно было в горящий труп. Right. А я, наверное, не смогу отдохнуть здесь. Не знаю, я думаю, но я сегодня не прошел не на... Right. Чуть-чуточку. Недели три, я думаю, да? Да я просто не знаю, что дальше делать. Alright. Бля, чуваки, если все будет нормально, короче, надо метро пройти. Кажется, хорошая игра, да? Я, по-моему, так и не прошел ни разу. Я два раза начинал, она два раза мне казалась пиздатой. И я в итоге дропал. Ну ладно, давай таким образом поступим. По-моему, здесь же или нет? А, нет, это не то место. I'm gone. Блядь, что ты меня заебало все это? Я не знаю, что по мейну сделать. Я Артем, да? Да?
смысле, серьезно, чтобы полностью, да, насладиться? Хорошо, хорошо. Ну, как бы, вроде бы, ну, то есть, не только Глуховского, да, это же, наверное, уже наверняка межавторский цикл. И там еще куча каких-нибудь пиздатых графоманов пишет, да? Сеттинг-то такой. Какой-нибудь там метро, где там было, в московском метро Петербурга, а? Где у нас еще метро есть, я просто не знаю. All right. Очень хорошо. Спин-оффы там какие-нибудь почитать. Чтоб потом говорить, что игра говно. А книга лучше. Я сдаюсь. Но это я могу, это я могу. Проникнуться атмосфер. Хорошо. Хорошо, Игорь Мефистофелес, я готов. Да не, метро хорошая игра. Очень хорошая. I'm gone. Вполне не исключая того, что, типа, книга тоже неплоха, да? All right. Ну как? Для своей ниши неплоха, правильно? Как же я играю? Я не знаю, что делать. Но я сейчас пойду, типа, долго буду регениться, лениво, бездарно. Серьезно? Ну и для меня все книги на один раз. Большой секрет. Давайте я вам расскажу, какие я книги перечитывал в своей жизни. Это, короче, Чуму Камю и 3 тома Dragonlance. Книги нужны, чтобы прочитать, блять, про них и забыть в пизду сразу же, навсегда. Но потом говорить, а, эту я читал, да. Правда, я не помню нихуя ни одной книги, которую я прочел. А их было больше 5. Базарь с девушками, не хочу. All right. Неплохо, бадзи, такое. Не. Это нормальный сеттинг, почти как Planescape. Я не знаю, Dragonlance это сеттинг, нет? Ну, я читал Гарри Поттера, но я Гарри Поттера читал, по-моему, я потом вырос, я же тебе рассказывал, типа резко вырос. Книги 4, наверное, я прочитал. Не, ну какая там была? По-моему, Goblet of Fire, да, последняя? А дальше я уже что-то... Все. Но я сейчас буду прокликивать заново все реплики с тёлками. Как я заебался. Вот с каждой. У меня даже при том идеи нет. Ну и вес может быть, нет. Так, давай потом. Истории потом. Хули мне Гарри Поттер-то? Между прочим, мало кто знает, но, по-моему, там разные переводы были Гарри Поттера. Типа, Гарри Поттера издавали кто у нас? Я не знаю, Росмен, да? Было издательство такое? А там был еще какой-то перевод, ну, типа, с другими названиями. Ну, как бы, Пуффин Дуй, он же Хафлплав, да? Пока. Что-то там еще было. Короче, там много чего. Я не знаю, к чему я это сказал. Странно, что за перевод такой был. Но я помню, что я и в таком, по-моему, тоже читал что-то. Или я кого-то стебал из-за того, что он дебил в таком переводе читает. Не помню уже. Интересная история. А как вообще, ну, подожди, типа Гарри Поттера же Росмен издавали, да? Да-да-да, а Бадзи читал вот этот перевод Таня Гроттер и магический контрабас? Очень рекомендую. У меня есть такая книга на полном серьезе. Кофе пить пора, может найду ее. Явно это не здесь. Ладно, чуваки, ну я кофе пить пошел. Ну, 10-12, что-то такое. Понимаете, короче.
розу ярко-красную. Прикреплю записку, бабуля, ты пиздец классная. И пусть погибнут в муках хэнджи и бучи. Это наш особый юмор по особому случаю. Тебе сегодня исполняется 68. Изумительный возраст, шикарная осень. Ты в самовязанной кофте и гордишься этим. Погнали что ли в парк денюху отметим, а? Ты любовно прижимаешь цветок к груди. В твоих седых волосах две бигуди. Я их вынимаю и кидаю за окно маршрутки. Альцгеймер, не шутки, хули. Ты благодарно опускаешь седые ресницы. Я целую тебя в губы, сосед кривится в ужасе. Я снисходительно машу ему рукою, мол, не бери в голову, паря, бывает и такое. Наша остановка, выходим, бэйби. Мы бежим рука в руке через кустарные дебри. Выбегаем к воде, смеемся весело. У меня бутылка каберне и кусок рокфора с плесенью. Меня ломает малость, доставай таблетницу. Посмотрим, что там осталось. Твои недуги нам обоим на руку. Давай закинем, выпьем, посидим, попялим на реку. Смотри, какая пора, она такая старая и вся покрытая морщинами и пятнами. Смотри, какая пора, он явно на кумарах, но пожилая леди подогреет опиатами. Разницы в 40 лет. Меня Лёша, называешь Вася, а? Я откликаюсь на любое имя, мне даже нравится. Тебе страшно, ты говоришь, останься. Мне не впервой, чё, я помогу со страхом справиться. Я поделюсь с тобой любовью и молодостью. Я подарю тебе всего себя полностью. В моем пакете крекеры и финики. В твоем конверте рецепты из поликлиники. На твоем телевизоре два канала. На твоей пятнистой шее ожерелье из коралла. В твоем туловище опухоли, врач дал пару лет. Притворимся, будто похуй нам, а чё бы нет. Постараемся прожить их по-царски. Пошлем подальше фарисейские цацки. Ты с трудом выживала при любом режиме. Вот только ради чего, скажи мне. Возьми три, запей газировкой. Посылаем нахуй коновалов с их дозировкой. Посылаем нахуй нормы и правила. Гляди, сколько праведная жизнь тебе проблем доставила. Давай забудем о морали и долге. Пускай остаток будет ярким, хоть и недолгим. Давай по пунктам выполнять все, что тебе хочется. Я буду рядом, пока этот список не закончится. Достоинством,
Я ненавижу человечество, я этим деда. Дедушка, респект навечно, знай, что я тебя не предал. Я как и ты считаю, хватит людям править балом. Я понял это еще будучи ребенком малым. Взрослые ошеломляли глупостью на грани сюра. Моими первыми словами были вон отсюда. Я сопровождал их повелительным взмахом руки, изящно окропив щепоткой тальковой муки. Примерно в то же время научился я ходить и лихо убегал из комнаты, где появлялись родители. Святой Иисусе, может стоит разменять квартиру? Нет. Ваше присутствие меня компрометирует. Но еще много лет пришлось терпеть этот гнет смрадный. Детский сад со школой не привили мне налет стадный. Хотя пытались, находились даже глупыши, предлагающие дружбу и теклеем подыши. Едва достигнув совершеннолетия, махнул из дома. У меня был план сработать должен по-любому. Дедушка мой, будучи в ту пору слабым и болезненным, жил в деревне, я б ему, наверное, там полезен был. Сначала дед смотрел сердито и шептал проклятие, но постепенно понял, что мне можно доверять. Я всю округу обошел с ним, изучая фауну окрестностей, домашнюю и дикую всех мастей. Мы проводили за беседами час за часом. Мы спорили до хрипоты, и это было счастьем. Мы на его могиле, я поклялся воплотить главную из дедовых идей, пойти войною на людей. Звери, птицы и, конечно, насекомые пойдут со мною смело, жаждую возмездия влекомые. Весь поход я рассчитал до мелочей. Вперед, животные, долой жестоких палачей. Черви, пауки и грызуны, ваш отважный полк без промедления бросается на женский пол. Психоатака в первые часы всего верней. От женщин ужас перейдет волною на детей и стариков. А это приведет мужчин в ступор. И тут же стаи саранчи вступят. Вы усугубите панику, закрыв солнечный свет с собою. Вот тут коровы, подготовьтесь к бою. Когда противник дезориентирован, эффект произведенный вами будет гарантирован. Ломитесь на мишень, объединенные в стада. Люди давно уже отвыкли от рогатого скота. Но не пускайте в тот рога, незачем легать. Важно не убить врага, важно покорить врага. Не забывайте, наша цель — моральная победа. С минимумом жертв, но только хищником для обеда. Кстати, а вас, ребята, волки, рыси, кабаны. Тут не обойтись без мата, вы пиздец как нам нужны. Как ни крути, а вы тяжелая артиллерия. С такими воинами в поражение я не верю я. Жабы на левом фланге и лягушки покрупней. Квакайте на детвору и прыгайте на ней. На правом кролики и зайцы, тут задача непроста. Взрослым под ноги бросаться и не дать упавшим встать. Не забывайте о союзниках в мире людей. Тысячи отважных крыс и стаи голубей. Они готовы стать под наше боевое знамя. Также котов, бродячих, сотни и собак с нами. Враг окруженный, этот круг все уже, уже, уже все. И покорятся человеки и забоют в ужасе. И разомкнется постепенно круг кошмарных тварей. И мы увидим бывших палачах бесправных парей. Звери сильные, внушающие страх с детства милым и прекрасным. Хватит это. На базе уже ушел. Специально в коробку залез. Хорошее. На основе этой книги как раз таки был написан Гарри Поттер и магия. 55 рублей. Еще есть, короче, Таня Гроттер и считающий этаж. Таня Гроттер и золотая пиявка. Черная волшебница Чума Дель Торт, имя которой страшатся даже произносить слух, князь к власти уничтожает одного с другим. Среди ее жертв замечательный белый маг Леопольд Гроттер. Его дочери Тане неведомым образом удается избежать гибели, но на кончике носа у нее навсегда жизнь... На всю жизнь остается загадочная родинка. Таня Гроттер оказывается подброшенной в семью предпринимателя Дурнева, своего дальнего родственника. В этом крайне неприятном семействе она живет до 10 лет, а затем попадает в детство Дедокс. Дедокс, как Хогвартс. Роулинг. Все воруют у нас, все воруют. Все наши чуваки. Такой контент пропадает. Ой, бадзи, ничего себе, ты здесь. Я вышлю тебе Селлинджер и Селлинджер по... А вот еще мало кто знает, что... Хороший, тоже нашел в коробках. Я как знал, блять, я ничего это не выкидывал. У меня это стоит в коробках, серьезно, в шкафах. Типа в курсе держу. Очень любопытные книги. Мало кто знает, они потом в комиксы превратились. Вот канон. Черепашки-ниндзя и космический десант. Космический десант. Смотрели фильм? Здорово, Гордон. Короче, это вот черепашки-ниндзя. А, и космический охотник, извините, просто. Космический десант — это другое уже. Это... Вот там часть первая, сразу же кодекс самурая, чтобы понятно. Не шутя абсолютно. Вот здесь все есть, короче. Всем рекомендую.
Также рекомендую, разумеется, «Черепашки-ниндзя» и «Пришельцы из космоса». Это уже послабее, послабее, но тоже заслуживает внимания. Ну, видишь, она тоньше, блядь. Тоньше, вот. Зачем я это говно не выкидываю? Только пыль. А еще есть «Черепашки-ниндзя» и «Магический кристалл». Зачем я это показываю, не знаю. Только молот ведьм. Только молот ведьм. Это «Некрономикон»? Нет. Что вам еще показать? Я сейчас играть буду. А вот еще «Черепашки-ниндзя» спасают землю. Это птицу ем. Это у тебя звук пропадает, потому что я далеко от микрофона, Гордон. Блять, ты все прослушал, что ли? Я говорю, что вот это, у нас украли «Черепашек-ниндзя», у нас белорусов. А потом комиксы свои бездуховные стали делать, и отвратительно, блять. Я не понимаю, куда смотрят люди, ответственные за все это. Блять, вначале Таня Гро... Чем-то ценным? Что? Пало что-то ценное? Наверное, нет. У меня ничего нет ценного. Вначале говорю Таня Гроттер, вот потом вот это. Классно это уже. Все, давай играть. Почти играю. И что еще нашел в коробке? А еще есть очень хорошие книги. Вот, блин. Всем рекомендую. Это детективные романы. Детективные романы для детей. На пол упало. Воу, типа как упало на пол. Вот. Давай играть. Давай играть. Зачем я это достал из коробок? Я не знаю. Хотел просто вспомнить что-то. Ну что, вам не показывать свою подшивку ужастиков и Рамштайна, пацан? Блять, что со мной не так? Мне кажется, я слишком дорожил своим прошлым. Возможно, это потом выльется в какой-нибудь накопительство. Я, блять, даже ни одной вонючей книги не выкинул. Сейчас вам покажу что-то очень страшное из-за ашкварна. Это настолько жестко, что, блять, наверное, меня за это забанят, но, чуваки... Понимаешь, что это такое? Да это же подшивка ужастиков Эрлстайна. Когда-нибудь обязательно перечитаю. Я вспомнил, почему я... к чему это все. Это по поводу перечитывания книг и их ценности. Да, атака мутанта. Обложки очень хорошие. А самое хорошее в этих книгах, что они, короче, вот они очень тонкие. То есть ты прочитал книгу и стал умным. Понимаете, здесь сколько? Здесь 30 страниц. Ладно, 100 написано. И все, и поумнел. Это как маленький принц или алхимик. Атака мутанта очень хорошая, тоже всем рекомендую. Это вот, кстати, бывает опасно. Скипер Мэтьюс собрал замечательную коллекцию комиксов. Его любимый комикс — «Мутант в маске», и рассказывает о злодее, который стремится покорить вселенную. Скипер взахлеб читал о приключениях мутанта до тех пор, пока однажды вдруг не оказался в незнакомом районе города и не увидел здание точно такое же. Бра-бра-бра-бра-бра-бра. Хлеб грех выкидывать. Может, Скипер просто начитался комиксов, или мутант в маске в самом деле живет в Риверью Фоллс? Да, попробуем. Все, сейчас буду играть. Столько хороших книг. Не вырезано, не кодировано. У меня были нормальные детские книги. Что я читал в детстве? Блин, гроза наркобандитов. Просто посмотрите на эту хуйню. Блин, гроза наркобандитов. Блять, да это пиздюк в костюме Индиана Джонса. Какого, блять, хуя? Серьезно? Блин, гроза наркобандитов. Он же ребенок. Почему я в это верил? Как ребенок может быть грозой наркобандитов? Почему я такой тупой, сука? Да. Побег от зловещего мафиози Дона Луиса, подслушанные тайны наркодельцов, предательство и благородство, стрельба и смертельно опасные погони. Жизнь в плену диких индейцев, стаи хищных пираний. Все это ждет Дмитрия Блинкова по прозвищу Блин и его подругу Ирку в джунглях у реки Оренока. А? Но каким образом попадают в джунгли восьмиклассники Дмитрий и Ирка? Знак вопроса. Я не знаю, блять. Наверное, им очень повезло. Все, чуваки, почти играю. Сейчас только посмотрю. Мне больше всего обложки нравятся, короче. Здесь, короче, пиздюк и пиздюк Индиана Джонс. А это что такое? Посмотри, да это же, блядь, Бондиана. Пацаны, вы понимаете, что это похоже, короче, на обложку какого-то фильма про Бонда? На постер. Блин, и клад Наполеона. Некрасов, кстати, написал. Некрасов. Мало кто знает, что он занимался таким. Не, я не понимал, мне нравилось. Ну-ка, давай узнаем, что тут.
Ему 14 лет, и в реке... Извините. Ему 14 лет, и в руке у него настоящий парабеллум. Преступник запер его в подвале, чтобы он не мешал исполнить бандитский замысел. Но он обязательно вырвется на свободу и спасет близких ему людей. Но он еще не знает, что вся заварушка началась из-за сокровища ценой в Париж. Так кто же он такой? Конечно же, самый великий сыщик из всех восьмиклассников. Дмитрий Олегович Блинков по прозвищу Блин. Извините. А у меня тут еще какой-то спин-офф, короче, есть, пацан. А как вам такое, муха-внучка президента, а? Это как бы тоже мало кто знает, это в той же вселенной дело происходит, но это про женщину уже. Ее зовут Муха. Наверное, потому что у нее фамилия Мухина. Иоанна, ты посмотри на это, что это такое? Есть, батя, тебе нужны? Тебе какие нужны? Я их читал, да. У меня есть по славянской мифологии еще какие-то. Чуваки, муха, внучка президента. Бля, она такая горячая, это нормально, что типа восьмиклассница, ну вы понимаете. О-о-о-о. Восьмиклассница, горячая, но она горячая. Не думала, не гадала Маша Незнамова, что кроме мамы у нее есть еще и дедушка. Да не простой, а самый настоящий резидент. И как раз вовремя объявился он в тихом городке на берегу моря. Из местного музея украдена бесценная коллекция. Ну тот ли дедушка, за кого себя выдает, а? Действительно ли он бывший разведчик, отсидевший в американской тюрьме 20 лет? А может быть, он имеет какое-то отношение к музейной краже? Наконец-то для будущей сыщицы нашлось серьезное дело. Бля, прикиньте, быть взрослым мужиком и такую хуйню писать. Да. Да ладно, на самом деле это тоже неплохо, это нормально. Мне было интересно. Он же и батя. Вот, давай, две последних обложки. А как вам такое, блин, секретный агент? Ну как может восьмиклассец быть секретным агентом? Ты пиздишь. И он такой клёвый. Вот бы... Я мечтал быть в детстве похожим на блина. Чувак, хочешь по-настоящему прохладную историю про детскую Библию? Короче, и нам в детском саду приходили чуваки, свидетели Иеговы, и раздавали их. Но я тебе рассказывал, по-моему. И вот сейчас, будучи 19-летним взрослым человеком, я не очень понимаю, а это нормально, что к тебе в детский сад свидетели Иеговы приходят? Может, это приснилось, а? Может, такого там не было? Но детские Библии точно были. И с очень красивыми картинками. Все, давай играй. Но вначале. Блин и зеленая макака, пацаны. А? Почти готов. А еще есть блин против Деда Мороза. Но это какой-то, видимо, Christmas special, короче, да? Бля, Бази, ты меня проверяешь? У меня есть такая книга. Она называется «Большая энциклопедия для мальчиков». Мне мама купила, потому что думала, что я мальчиком вырос. Да не, надо найти большую энциклопедию. Она в какой-то коробке лежит. По-любому она сейчас бабок стоит. Она тогда-то стоила миллионы, блядь, миллионов. Сейчас-то книги же дорожают, разумеется. Представляете, сколько это стоит? Наверняка вот все, кто там, коллекционеры ищут вот эту именно, блин, против Деда Мороза, потому что это блядь, рождественский спешл. На секундочку. Я посмотрю, сколько тираж. Наверное, а сколько тираж, вот просто ради интереса, сколько тираж? Ну, кстати, 8К, не так уж и много. Я думал, тогда все от 15 было, любое. И, бля, посмотрите, а в этом, блин, и неуловимые киллеры. Кажется, в этом уже что-то такое, ну вы понимаете, какие мотивы угадываются. Просто посмотрите на этого развратного ублюдка. Ох уж этот блин! Да. Ладно, я готов. Вадим. Но я же ничего не смогу пройти. Есть там игра? Охотиться за рассказами, но только кликать. Да. Да. Хочешь, тебе Донцову принесу, Гордон? Она тоже не здесь. Здесь у меня, я тебе говорю, я все это говно читал. У меня Донцовый, не знаю сколько книг, но, наверное, столько же, сколько и ужастиков Эрлстайна. Все они ждут своего часа, вот когда-то они будут стоить денег. А на самом деле просто это говно нужно выкинуть, но мне впадло.
Давай, Эд, рассказать историю аллеи опасных уголов. Не, Бази, что-то такого не было. Похоже на синий кит немного. И Вес наклонилась вперед, слушая ваш рассказ об аллее опасных уголов, и как она появилась. Она казалась жадностью, внимала каждому вашему слову. Когда вы заканчиваете рассказ, она улыбается вам. Я запомню твой рассказ, теперь у меня есть рассказ и для тебя. Называется «Ухажер госпожи». Ой, подожди, Соломон, я до старости вначале доживу, а потом посмотрим, как я греться буду. Скорее всего, тогда уже не нужно будет, все будет от солнца, да? Проект чего там? Проект Эдем. Продолжай. Рассказ касается ухажера госпожи Боли, одного из многих за долгие годы, который с ума сходил по хозяйке Сигела. Он видел ее везде, в любом уголке города. Услышав шуршание ее платья, скрежет ее кинжал, он начинал сходить с ума без всякой на то причины. Он надеялся, что если он будет боготворить ее, то сможет хотя бы увидеть ее, и он боготворил ее. Его нашли мертвым, уже крови на ступеньках собственного дома. Ужасные раны покрывали все его тело, но глаза его были широко раскрыты, и на губах его сияла триумфальная улыбка. Бадзи, ну меня ж забанят. Не могу показывать солнце. У меня есть еще история, Ивес. Расскажите историю Фаррода. Ивес наклонилась вперед, слушая ваш рассказ о падении Фаррода. Она, казалось, с жадностью внимала каждому вашему слову. Когда вы закончили рассказ, она улыбнулась вам. Я запомнил свой рассказ, теперь у меня есть для тебя... Бра-бра-бра. Однажды сюда пришел человек, который видел самую прекрасную вещь в мультивселенной. Это было его желание поместить свои впечатления в... Похуй. Это было его желание поместить свои впечатления в один из камней памяти в Фестхолле и магические предметы, которые вечно хранили чувства и вспоминали, для того, чтобы остальные тоже смогли их прочувствовать. Нихуя не понял, продолжай. Но он подумал, а не сотрет ли это его собственное впечатление? Так он оставил его себе. Блять, все, не могу читать, да? Так он оставил его себе, эту бесценную вещь. Ну ладно, и постарел с тем воспоминанием, но пока он старел, воспоминания становилось изношенным и избитым, и он больше уже не мог вспомнить все прелести этого впечатления. Пенная история, а можно другую? Рассказать историю Игнуса. Ивес наклонилась вперед, слушая ваш рассказ о Игнусе и его ремесле, которое горело в нем. Она казалась жадностью, внимала каждому вашему слову. Когда вы закончили рассказ, она улыбнулась вам. Я запомню твой рассказ, теперь я расскажу тебе свой. Называется «Казнь». Однажды убийца появился на улицах Сигева. Бессердечный человек по имени Коссакс. Его благословила мать Абиссал, так что никто не мог ударить его с целью нанести ему вред. Тот, кто осмеливался это сделать, умирал. Он использовал свое благословение, провоцируя драки и убивая каждого, кто попадался на его пути. Во время совершения одного из убийств его захватил охранник Гармонио с помощью сетей и заставил его предстать перед старейшинами. Судебное разбирательство было кратким и окончательным, но Косак смеялся во время процесса, зная, что ни один из них не сможет нанести ему вреда, не умерев сам. Последний день суда его признали виновным и приговорили к смерти. Это что, все что ли? Приговор Косакса, вынесенный старейшинами, звучал так. Заключение сроком 3 раза по 30 дней, в течение которого приговоренный обязуется отказаться от своей жизни. Объявляется мертвым, и его тело освобождается от всех жизненных признаков. Косак смеялся и предлагал любому из них попытаться нанести ему вред, но суд хранил молчание. Да-да-да, завожу. Продолжай. Убийцы милосердия привели Косакса в свою тюрьму и заперли его в темной пустой камере. Там не было ни кровати, ни света. Единственной дверью была стальная решетка в потолке. Поместив его в темнице, убийцы милосердия сказали ему: «В углу твоей камеры ты найдешь чашу, она содержит яд. Твоя смерть будет быстра». «Разве вы не собираетесь казнить меня?» — спросил Косак, ухмыльнувшись стражем. «Никто в Сигеле не наложит на тебя руку с намерением причинить вред», — ответили убийцы. «Плевать я хотел на вас, трусов!» — рассмеялся Косакс, пытаясь найти в темноте чашу, затем разбивая ее о стену. Я отстекал по стену, пока от него ничего не осталось. «Ну давайте же, попробуйте убить меня!» Но решетка в потолке не отвечала, и тогда Косакс заметил, что в камере нет койки, нет света, и нет еды, и нет воды. Все, что осталось, была разбитая чаша с пролитым ядом, и в первый раз Косакс познал ледяное касание приближающейся смерти. Через 20-30 дней решетку открыли, и тело Косакса теперь... Что я сказал? Косака. А теперь холодное было вынуто из камеры. Оно отказалось от жизни, и приговор был приведен в исполнение. Есть еще история. У меня нет истории. Давай в другой раз. Спасибо, ИВС. Ну давай со всеми телками заново говорить. Потом опять в Solution. Давай, Кимази. Ну тут просто клик-клик-скип-скип. Это уже было. Мариса, да.
Все это читано, перечитано. Это было тоже. Ну, я просто буду скипать, потому что... это решено смыслом. Мне кажется, что я реально застрял, вот элементарно. Тогда прощайте. Ну, реально, непонятно. То есть, я не могу что-то затриггерить, но я уже тут хожу, короче, 3,5 часа. Просто информирую. Хорошо, обязательно побреюсь, наверное. Когда-нибудь. Как вы быть батраком 900? Ай, Кимази, бессмысленные вопросы. Ну, с ней-то я говорил уже не так давно. Так. Ну, только в Solution лезть. Ну, вот Нэнни, да, тоже девятиглазая. С ней я тоже говорил. У меня рада встреча, это которая постоянно довольная тёлка, да? Спрашивайте, пожалуйста. Это тоже... Ну-ка, подожди. Кимази сказала, что кто-то также украл вещи из ее комнаты. Вы не заметили ничего необычного? Ну, не знаю, насколько я пацан, но хуй бы тебе в рот пихнул, наверное. Потому что ты уебок, очевидно. Тык. Глаза Нэнни неожиданно расширились. О, верно. Однажды я видела мужчину, выходившего из комнаты Кимази, пока ее там не было. Я наблюдала за входной дверью в течение всего дня, но так и не увидела, чтобы она чтобы он выходил. Разве это не странно? Не думаю, что он смог выбраться через окно. Так что я так и не смогла определить, каким же образом он вышел. Поэтому я совсем забыла об этом. Это ведь странно, так? Да, ну у меня есть еще. Ну ладно, вот оно про мужика. Ну это было тоже, эх, очень загадочно, не так ли? Но я узнал что-то про мужика, мне дальше вы спрашивать про мужика, нет? Done. Я не знаю, что такое сявка, простите. Done. Я не слишком силен по традиции в терминологии. Но поддержать с вами диалог всегда готов. Всегда готов. Done. Давай заново, Кизай Серис, может быть, нет? Вы подошли к Кизай Серис, ба-ба-ба, улыбается. У кого спросить-то про чувака? Может быть, теперь к шкафу, нет? Дразнишь, да? Кизай улыбается, тебе при этом сузив горящий красным светом глаза. Вернешься, когда захочешь поговорить, а? Звучит интересно. I'm gone. Наверное. Абсолютно не ясно. Ну давай, ладно, давай шкаф. Хорошо, хорошо. Луис, говорящий шкаф. У меня есть несколько вопросов, Луис. А? Вот оно, кажется, вот он, триггер. Идеально, просто нужно было еще раз поговорить. И для этого пора...